полезную, с удовольствием это буду использовать. Я про то, что я не видела баланса давать и брать вот в конце выступления, да, с вашей стороны, вот как будто был баланс немножко нарушен. И ну, я всегда сразу думаю, ага, вот люди не смотрели мой курс там давать и брать, да, как бы и в бесплатном есть это, кстати, тоже. Что всегда, если есть нарушение этого баланса, то обязательно будут и с деньгами проблемы, и со здоровьем проблемы. Правда, каждому из нас это ни в коей мере как бы не обвинение, потому что каждый из нас так устроен, что как будто один умеет больше брать, а один умеет больше давать. И в пары даже люди так подбираются, согласитесь, да, если согласитесь, то поставьте плюсики, если нет, то минусики, ваши партнеры, например, и вы, да, один больше дающий, можно про вас, например, сказать, или про вашего партнера, например, вижу, Татьяна, плюсик, а один, например, больше берущий, да, то есть как ключик к замочку, как бы, ну, так обычно устроено. Но хотелось бы быть все-таки в балансе, тем более нам с вами, то есть той аудитории, более продвинутой части общества, да, которая понимает и ходит не просто, как сказать, делать им нечего. Однозначно, что вы нашли бы себе, что делать, какие-то занятия, но то, что вы хотите двигаться дальше, то, что вы не стоите на месте, что вы в движении, вот, мне всегда с такими приятно общаться. Так вот, если вы... Вы сказали как будто мне, да, своими двоечками, что да, вам или проблемы, ой, прошу прощения, или эмоции, или здоровье, я так спросила, доставляют какие-то проблемы, то можно ли узнать у вас, ответьте, пожалуйста, какие именно эмоции или какие болезни, чтобы я в дальнейшем на это опиралась, да, что я же буду именно про вас говорить, зачем мне про кого-то, что какие именно эмоции доставляют вам проблемы, или какие... Скажем так, что, например, вы на как бы никакие не доставляет, потому что вы очень хорошо прячете эти эмоции даже от себя, да? Что вы их больше прячете, чем выражаете. Или вам доставляют эмоции других людей проблемы. Или вы сами считаете себя, что вы не сдержанные, надо было помолчать, а вечно я вот лезу и распылилась там, или еще что-то, да? Как-то обозначьте, каких именно вот у вас... сегодняшней нашей аудитории больше проблем. Ага, с чем? Или с болячками, или с эмоциями. Угу, я подожду, вот Татьяну вижу, что гнев, страх и обида. Угу, спасибо, Татьяна. Ну, на самом деле, вот из этих, то, что вы написали, пока я жду остальных, да, вы можете остальные, если с эмоциями вы считаете, у вас все хорошо, только тело что-то рушится, да, тоже напишите, пожалуйста, тогда, какие у вас психосоматические заболевания. Так вот, Татьяне пока отвечу, пока смотрю, что вы пишете, да, что гнев и страх – это к базовым эмоциям, Татьяна, да, обида все-таки эмоция такая производная уже от гнева, фактически это прикрытый гнев. Да, обида, я обижаюсь, то есть фактически я злюсь как бы на этого человека, но внешне его не проявляю, и поэтому проявляю приличную такую эмоцию, ну типа обижаюсь, обижаться же у нас нормально, а вот гнев проявлять как будто ненормально. Угу, обида, вспыльчивость тоже есть, угу, доброкачественная опухоль. Наталья, но... Да, то есть вы в курсе, да, что обида – это одна из самых таких инфантильных как бы эмоций, да, эмоции, которые, ну вот я все время вспоминаю деток своих, и когда они в возрасте, вот одного особенно сына, он так говорил в возрасте там, ну до 5 явно лет, говорил, «Бу, не дружу с тобой», да, то есть «Бу». Обиделся, не дружу с тобой. То есть эмоции очень раннего периода нашего развития. И, соответственно, вот именно те, которые эмоции из более раннего нашего возраста, а сохраняются даже сегодня, они и ну, рождают большую часть психосоматических заболеваний. Но, то есть гнев, он меньше как бы рождает. Ну, я на примере гнева тоже буду сегодня рассказывать. Раздражительность, обида. Вот смотрите, то есть вот три первых вижу, сейчас дальше посмотрю, и у всех фактически обида, да, обида на первом плане.
обида на первом плане. И тогда как будто я, ага, Татьяна, вижу ваши, да, как будто я они меня обидели. Раз у меня обида, да, то что как будто они что-то сделали не так, да? Угу. Вижу варикоз, невысказанные эмоции, то есть вы прячете, Людмила, не высказываете. Еще варикоз у нас сегодня прям так, подавляете, тоже хорошо, у нас как-то по группкам сегодня разбились, да? Есть обидчивые, есть с варикозом, и есть подавляющие или не высказывающие свои эмоции. Гипертония, Евгения, ого, было даже кровоизлияние, недовольство жизни, нет радости. Окей. Хорошо, давайте тогда тем более как-то двигаться дальше. Спасибо, что поделились. И смотрите, и как вам все-таки кажется, что лучше, ну, если не можете, ну, как сказать, как бы со своими эмоциями справиться, пока еще им не хозяйка, да, то тогда хозяйка, тогда они вам хозяева, да? Если своим телом, своим здоровьем не умеете в определенных, как бы, пределах, да, удерживать это и постепенно улучшать, то тогда оно вам, тело, болезни ваши, власть захватят, да, то есть кто первый сил, того встал, того и тапки, да, и здесь так же, кто взял руководство, кто взял бразды правления, тот и будет руководить, будете ли это вы, или будут ли эмоциями вами продолжать управлять до конца ваших дней. И, соответственно, я даже на этом практически не останавливаюсь, да, соответственно, тело будет продолжать разрушаться, хотя я, может быть, зря не останавливаюсь. Давайте я уточню для себя, что насколько продвинутая аудитория, всем ли понятно, что на самом деле тело наше разрушается именно от невысказанных эмоций, да, от эмоций, которые мы считаем негативными, как бы, да, то есть общепринято, что они негативные, я это всегда слово говорю в кавычках, и если я в последующем сегодня забуду сказать, что негативные в кавычках, но думаю, что не забуду, понимаете, что это в кавычках, потому что нет позитивных и нет негативных эмоций, это мы, каждый из нас приписываем свой знак тем эмоциям, которые мы видим у себя или у других людей, да? Так вот, всем ли понятно, что эмоции влияют на наше здоровье, что эмоции – это первопричина практически всех заболеваний, да? Я потом конкретно на психосоматозах остановлюсь, но, тем не менее, уточню сейчас, да, что если согласны, поставьте, пожалуйста, плюсики, если и минусики поставьте, если надо на этом остановиться, что с чего я это взяла, что эмоции, здоровье, душа и тело как-то связаны. Просто мне посмотреть, что не тратить на это время или тратя. Тем временем я вижу, что Людмила написали, гипертония, варикоз тоже из состава, да, на напряжение. Варикоз у нас прям сегодня процветает. Угу. Так, все плюсики. Хорошо, тогда я на этом не останавливаюсь. Сейчас вспомню, как я в этой комнате. Ага, вот, вот так я меняю. Угу. И эпиграфом к своему выступлению я хочу взять слова Демокрита. Люди вымаливают свое здоровье у богов. Им неизвестно, что они сами могут влиять на свое здоровье. И влиять на свое здоровье для меня... ну, я думаю, что и для Демокрита именно в этом ключе он говорил, как раз через свои эмоции, да? Когда вы становитесь себе хозяйкой. То есть хочу гневаюсь, сколько хочу гневаюсь, хочу обижаюсь, сколько? 3 минуты, 5 минут, час, день, год. То есть у меня есть выбор, да? Когда я хозяйка, у меня всегда есть выбор. Как хозяин... ну, фирмы, да, хозяин завода, я не знаю, хозяин чего угодно, то есть у него, он правит бал. И если вы становитесь хозяйкой своим эмоциям, то вы начинаете управлять, что сколько вы будете злиться, сколько вы будете раздражаться, сколько вы будете быть неудовлетворенной жизнью, будете ли вообще или не будете. То есть у вас появляется выбор, когда вы, ну, приходите к этой точке, к этому осознанию, вот как Демокрит пишет, что сам человек может. Да? Что ему только захотеть и какие-то шаги как-то его к этому направить. Что на самом деле
это многое из того, что как будто сначала нам может казаться, тем более, когда тело все вниз, под откос разрушается, что как будто это не в нашей власти, все-таки мы можем однозначно к этому приложиться. Угу. Так, что там? И тогда, вот смотрите, если я выбираю эмоции, то, соответственно, ну, как это, как бы своя рука владыка, да, то есть я, наверное, выберу те эмоции, согласитесь, что вы бы выбрали те эмоции и то здоровье, которое вас устраивает, да, и тогда, кстати, вот для чего вам это, да, что потом с этим делать, вот я в санатории, я потом поставлю слайдик о себе. Когда работала, у нас была большая группа, несколько лет подряд, а первый год я все удивлялась. Я потом начала вот писать кандидатскую работу на эту тему, да, спрашивала клиентов, что для чего, они выиграли тендер по работе с инсультниками, да, по реабилитации инсультников. И спрашивала их, что для чего хотите вы? Хотим. Для чего? У меня волосы дыбом вставали, что они отвечали. Вот, поэтому я такая седая. Можно у вас спросить, да, напишите, пожалуйста, для чего вам правда? Вот как бы вы не идете спать, вы в чате, что, вот для чего вам эти эмоции другие и второе, что как результат? А я-то вот здесь на слайде, конечно, написала, изменить жизнь. Евгения, вот конкретнее. Да? Вот каков запрос, если я просто говорю, что ну, хочу изменить, да, то я нечетко очень формулирую, и таков ответ опять, да, каков, как мне, когда вопросы, я обычно говорю, что ну уточните, да, поуже, пожалуйста, тогда мне будет прям конкретно вам дословно скажу по шагам. А если вы спросите меня, как жить дальше, ну не знаю, да, как, ну как, хорошо жить дальше. И здесь так, что вот в каком направлении, вот для меня, что хозяйствование жизни позволит на самом деле на этих эмоциях, то есть иметь такое состояние внутреннее, да, которое будет как раз притягивать автоматом, то есть у вас есть здоровье, тогда следом, если есть эмоции, которые вы хотите, есть следом энергия, которую вы вкладываете не на то, чтобы, ну, злиться, да, вот гнев, кстати, сжирает, обида, ну, просто энергию прям валом, как в трубу выхлопную, вы это выбрасываете, свою энергию в никуда, и ее потом не остается, Евгений, да, вот вы пишете, недовольство, жизни нет радости, ну, нет сил радоваться, как будто я так это вижу, потому что, ну, как сказать, что как бы надо меньше энергии гораздо на то, чтобы страдать, на то, чтобы болеть, на то, чтобы переживать и расстраиваться. То есть она съедает энергию, да, и так, ну, как бы проще, не то, что меньше надо энергии, а здесь она съедается. А как здесь она не съедается этими эмоциями, то вы тогда можете их направить в то русло, как вы пишете, изменить свою жизнь, да, в то русло, в которое вы захотите, и уже поиметь в жизни, привлечь в свою жизнь то, что вы захотите. Правильное решение. А, вот так я пропустила немножко. Поправить здоровье для этого эмоции. Хорошо. А здоровье, Наталья, тогда для чего? Вот вам вопрос, как в санатории я спрашивала, да? А вам поправить здоровье для чего? Хочу научиться управлять собой, своими эмоциями, своей жизнью. Людмила, для чего? Зачем вам это? Ну, научитесь. И что будете с этим делать? О, сижу, умею. Что с этим будете делать дальше? Отношения, видимо, как-то, ну, построить там, да, начать или улучшить тоже, Татьяна. Как бы я просто, ну, как-то спросить, что отношения, конечно, эмоции, отношения, это, ну, вообще практически знак равенства, да, какие эмоции, такие у меня отношения. Если я все время бедная и несчастная, то кому захочется со мной иметь дело? Принимать правильные решения. Вот, Наталья, смотрите, про слово «правильное» я к нему очень так отношусь. Очень не очень, в том смысле, что нет правильных решений в этой жизни. Ну, правда. Ну, вот если кто-то знает в чате, правда, вот, или, ну, здесь нет других спикеров, да, я бы других спикеров, что если кто-то знает, я бы с удовольствием посмотрела на такого человека, поставьте плюсик. Я знаю, какие в этой жизни правильные решения. Решения
какое бы мы ни приняли решение, каждый из нас, любую секунду нашей жизни, это лучшее решение из всех возможных, которые мы можем сейчас принять. И если потом мы, оглядываясь на тот момент, на это прошлое, не зря я вам рекомендовала этот подарочек прибрать к рукам, так вот, если вы оглянетесь назад, и вам кажется, что вы приняли тогда неправильное решение, это вы видите из сегодняшней точки. Вы уже прошли какой-то путь от той точки А, когда приняли то решение, в сегодняшнюю точку Б. И отсюда вам кажется, где были мои мозги, где вообще я чем думала, неизвестно. Да? То есть нет правильного и неправильного. Есть то, которое вы можете максимально лучше принять. Что правильно для одного, то совершенно неправильно для другого. И поэтому тут нельзя сказать, когда меня спрашивают, как правильно, да, вот в этой ситуации, я как-то отвечаю так, чтобы он сам почувствовал, как ему лучше, как душа его просит. Да, вот это будет правильно. Не как из головы, а как душа просит. А душа не обманет. Единственное, что большинство, 95%, я думаю, не слышат ее и думают, что это из души, а это из головы. То есть вот разделить мухи отдельно, котлеты отдельно, тоже важно. А у меня проблемы со здоровьем, финансовыми отношениями. Евгения, понятно, раз вы пишете до этого, что, где у нас было, да, я помню, что нет радости, недовольство жизнью, нет радости, то будут эти проблемы, и как бы не ставим телегу впереди лошади, а ставим таки лошадь вперед, и это означает, что первично эмоции, что недовольство жизнью, а потом вот это все проблемы в отношениях, в деньгах и со здоровьем. То есть если же ставить свое здоровье, ну, как результат отношений, да, и свои эмоции, как результат того, что со мной происходит во внешнем мире, то я, ну, любой из нас, как бы, да, полностью зависимый человек. Тогда вообще невозможно говорить об управлении своими эмоциями. Тогда всегда кто-то будет на нас влиять, действовать, управлять, указывать. И я тогда в сильных, созависимых отношениях со всем тем и со всеми теми, с кем имею дело. Понятно ли я говорю? Кстати, я, да, не предупредила, что я... некоторые, наверное, ну, могут вам сказать, что они могут о сложном сказать просто, да? А я вот умею о простом говорить сложно. Вот такая у меня особенность. И на самом деле, если я буду говорить, ну, как-то сложновато, то вы меня останавливаете, я потом переключусь и перейду на человеческий язык. Понятно ли я, Евгения, объяснила? Так, и Наталья, так. Самоутверждение и востребованность. Самоутверждение, тогда бы вы использовали это для самоутверждения. Так, ну вот это вот, Галин, уже как конкретный такой ответ, да, такой достаточно конкретный по сравнению вот просто, да, как Евгений нам написали вы, с финансами, с отношениями, то есть тоже как изменить жизнь. Вы вначале написали, здесь уже четче, но нет такой четкости. Галин, еще можно уточнять, да, еще можно как бы более тонко нарезать. Стать чище, светлее, добрее. Людмила, я запомню ваше, у нас будет просто имя, так, Людмила, да, хорошо, запомню. Значит, про то, что будет про это. Да? Я думаю, что у вас этого достаточно. Вот я не думаю, что я отношу себя, я не отношу себя к ясновидящим, вот, и еже с ними, да, но я... Мне что-то кажется, что у вас этого достаточно, что у вас есть и доброта, и светлость, и единственное, что вы не принимаете как раз свои темные стороны, а моя задача сегодня показать, что это тоже есть в нашей жизни. Мы так это устроим, что это есть практически в каждом из нас. Это, ну, это такая действительность. Мы не можем фантазировать, нет, можем, конечно, если не хотим, реально стоять ноженьками на земле, да, и если мы хотим все-таки, ну, справляться с трудностями, то это, то важно признать, что в этой жизни есть все, и реально смотреть на вещи. Я за реальность, да. Так,
Татьяна, очень-очень непонятно про счастливый. В чем для вас? И Людмила, да? Другая Людмила, что очень непонятно про что речь. То есть, ну да, что это такое? Что жизнь счастлива? Это что для вас такое? Это вот примерно по этой картиночке, что сейчас на слайде или еще как? То есть у каждого же свое понятие. Иметь энергию для полноценной счастливой жизни. То есть про энергию, что ему... Так, ну уже тоже почетче, уже почетче. Натали? Угу. Людмила, жить полноценной счастливой жизни. Так. Угу. Ну, ворчу, да, видите, ворчу. Да, согласна, Наталья, ага. А как на вашем слайде, хочу быть хозяйкой жизни. Окей, принять, Татьяна, вот уже прям конкретно тоже, да, что принять себя. Для многих, может быть, это не конкретно, но если вы в теме, это, по-моему, вы писали, что вы смотрите там мои видео или как-то написали. Вот, то про принять себя, как будто мне уже понятно, про что это. Про счастье это еще шире. Принять себя это более узко, хотя, тоже тогда можно всегда дальше задаваться, да? Что для вас это означает? Для себя вы потом, сейчас мы не будем, так я уйду в индивидуальную работу с теми, кто пишет, и те, кто не пишет, но хотят просто послушать, ничего не получат. А это тоже мое слабое место, что уходить в индивидуальную работу сразу, как только я вижу какие-то вопросы или комментарии. И если говорить о том, что про принятие, да, очень важно, давайте тогда так, вот возьмем сегодняшнюю часть, что про принятие эмоций, да, вот давайте это ко всем будет тоже относиться, я непременно, тогда непременно я буду сегодня говорить про принятие эмоций. Людмил, я про вас как бы, насколько я, Людмила НН, я про вас как сказала, как бы, да, что сколько, вы мне ответьте, сколько вас доброты и светлости в процентах из 100 возможно. Вы хотите стать добрее и светлее, а вас, а я говорю, что у вас достаточно. Вы сколько считаете, какой процент у вас из 100 возможных уже есть? Напишите, пожалуйста. Так, вот, Евгений, уверенность в себе. Так, отлично. Дальше. Людмила, жить счастливо – это жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Понятно, но очень теоретично. Потому что гармонию мы все тоже понимаем по-разному. Если бы я вам сейчас поставила, не будет сегодня этого слайда, я иногда на каких-то своих выступлениях ставлю как бы списочек, что такое, кто такой гармоничный человек, у вас бы, я думаю, у некоторых волосы дыбом встали, да? Что это человек, который думает в первую очередь о себе, да? Который ни при каких условиях не будет вкладываться в проект, который, или, ну, проект что угодно, мебель меня попросили перевести. Там, если не будет, вот как я вам говорила в начале, про баланс давать и брать, да, что, где он потеряет энергию, и так далее, и так далее. Поэтому это вот мое понимание, в том числе, как бы, да, я, ну, из своего жизненного опыта и опыта работы с клиентами это вывела, и как бы у вас может быть другой, поэтому тоже так сомневаюсь, да. Быть счастливой, принять себя свое тело, отлично, про принять себя свое тело, да, быть в моменте здесь и сейчас в состоянии принятия осознанности. Ага, так, это я просто думаю, к нашей это сегодняшней теме, все здесь это, про хозяйку эмоциям, про хозяйку здоровья, ну, в принципе, это, ну, как бы близко. Достаточно близко. Людмила, на 80. Вот я не сказала, это единственное, поверьте, не проговорила. Я хотела сказать, прям сдержалась. Думаю, а то, ну что, я проговорю и буду влиять как бы на вас. Да, надо было мне записать тут стихаря. Я хотела сказать, что 80 на 20 у вас как бы, наверное. Ну вот так оно и есть. Да, так и есть. Ну вы же человек. Вы только человек, Людмила. Хочу увеличить свой доход. Отлично. То есть тогда я могу свою энергию, Юль, вот в это вкладывать, да? Угу. Быть счастливой для меня, быть счастливой. Угу. Это когда есть рядом родной, любимый человек, с которым вы идете и смотрите в одном направлении. Угу. Спасибо, Мила. Мил, а как насчет того, я буду переключать слайды, как насчет того, есть, смотрите, то есть, ну, всякие бывают периоды жизни, да, всякие бывают обстоятельства. И если, ну, в какой-то период нет этого человека, нет его месяц, нет, или вы смотрите вдруг в течение 2 дней в разных направлениях, или нет его год, да, еще,
что быть несчастной в течение этого года или даже месяца. За что с собой так? Угу. Ушел от меня, я не могу чувствовать себя счастливой. Вот, то есть вы, вот я специально задаю свои вопросы, то есть вы мне про созависимость. Это из первой части вашего, ну, месседжа, как сказать, как бы вашего комментария, да, видно, что вы про созависимость мне пишете. И сейчас вы, ну, то есть сейчас еще понятнее становится, что не могу чувствовать себя счастливой, поэтому, во-первых, подарочек не забудьте мой получить, про оставить прошлое в прошлом. Во-вторых, если вы готовы и дальше свою жизнь так проживать, да, и что без этого вы счастливой таки не будете, если он не вернется, ну, это ваш выбор, что я могу сказать. Или вы все-таки хотели бы встать на ноги, почувствовать себя уверенной и счастливой, несмотря на обстоятельства, да? Вопреки обстоятельствам. Я не буду перечислять, сейчас я вернусь к чату, не буду перечислять, Людмила сделала это за меня, да, что будет сегодня у нас. И я пойду как бы дальше. Это про то, что если вы не управляете эмоциями, то эмоции управляют кто-то или что-то, обстоятельства, люди, какие-то силы, сейчас это модно как бы, да, еще что-то тогда управляет вами. Угу. И я, вот, то есть тогда у вас стоит, вы стоите перед выбором, да, у вас стоит, перед вами стоит вопрос, будете вы, беретесь вы за это дело, я не говорю, что это легко, да, я не говорю, что это вот сейчас, или что вы, пройдя там, мастер-класс, который я вам, например, в конце предложу, что вы сразу на все там 1000%, все, вам больше никаких ни тренингов, ничего не надо в жизни, все у вас получится. Но то, что это будет только шагом, а за... моя задача сегодня все-таки заложить вас, что это вам доступно, что вам это по силам, что вы можете, ну, как бы, вот начать это движение прямо сегодня. Угу, сейчас я вернусь к чату, а потом к своему слайду. Очень хочу, несмотря, окей, нет, ну как будто вот даже верю, я редко кому говорю, что вот я вам верю, когда они говорят, что хотят, ну посмотрим, посмотрим, вот первая моя эмоция, что я вам верю, потом вы что-нибудь мне напишите, я скажу, ой, мир, беру свои слова обратно, быть счастливой, радоваться и находить то, что что-то хорошее, во всем, видимо, да, Галин, радоваться и находить во всем, Галин, это я вас знаю, да, Галина? Угу. Вы мне ответите, а я... Ага, хорошо. Так, значит... это слайдик про меня, да, это про то, что... про мою работу, да, про мои какие-то... про мои какие-то достижения, успехи, но не всегда на самом деле так было. И не знаю, то есть начиналась это моя жизнь... С того, что, ну, как бы родилась-то я в обычной семье, все было нормально, потом родители разошлись, немножко вот расскажу о себе, потому что много в аудитории, кто меня совсем не знает, разошлись, когда я была в первом классе, и проблемы, да, которые я вижу у своих клиентов, у которых, которые жили при одном родителе, то есть я жила с мамой, ее отношение, вот представьте, да, ее отношение к мужчине, раз она расходится, то она, естественно, не принимает моего папу, да, что я, в общем, отношение к мужчинам, все это я впитываю, как и все нормальные дети, не у соседей учусь, а учусь на ее примере, как это надо делать, как надо, ну, страдать, как надо не быть счастливой, как надо не принимать мужчин, как надо, мама, кстати, если про болезни, то очень рано там как бы начала болеть всякими болезнями, да, вот, и... То есть и как-то мне надо было из всего этого выходить. Мне кажется, что если бы я не пошла в эту профессию, профессионально заниматься изучением души и тела, да, то, я не знаю, никаких тренингов бы не хватило, я не знаю, сколько бы я должна была пройти. То есть тут-то я проходила, потому как уже, ну, будучи на этом месте, выучившись уже, да, на психолога, потому как уже нельзя идти к клиенту, больным, скажем так, да, сильно раненым, надо немножечко хотя бы, ну,
подлечиваться, причем постоянно, да, в том смысле, что, вот как Галина пишет, быть в осознанности, да, чтобы своих проблем случайно не навешать клиенту. Очень важно, потому что, если, а это происходит очень часто, как я вижу, да, ну, наверное, когда я была не очень опытная, я тоже это делала, сейчас мне трудно об этом судить. И тогда я пошла этим заниматься профессионально, и именно, вот как бы, когда я с этих позиций уже стала смотреть профессионально на свою жизнь, да, на свои эмоции, на то, а, кстати, про эмоции я-то, ну, в общем-то, плакса, да, очень сильная большая плакса, я всегда, вот, то есть я как ребеночек, вот как маленький ребеночек, вот такая большая тетенька там, ну, в университете еще, на работе еще, да, вот чуть что, вот попробуйте на меня не так посмотреть, попробуйте, то есть на меня, мне что-то, ну, типа обидное сказать, вот в те-то времена, да, то есть, понятно, это сейчас уже много лет я понимаю, что это я так выбирала обижаться, а не то, что люди меня прям изобижались, и они не думали про меня обижаться, жили своей жизнью и жили, да, и вот только, ну, как бы, подойдя к этому, повторюсь, с профессиональных позиций, вот потихоньку стала выходить, ну, в такое, как бы, принятие, действительно, без принятия себя таким, какой ты есть. Пусть это 80 на 20, там, процентов, как будто негативно, как будто позитивно, да, пусть какие-то на своей коучинговой программе, я называю это, ну, тенью, да, работа с тенью, там отдельная трехмесячная, как бы, программа. У меня есть трехмесячная, там шестимесячная, например. И трехмесячная, вот одна из этих трех месяцев включает работу с тенью. Работа с тем, что люди в себе не принимают и от этого отбрыкиваются, от этого отмазываются, вообще не видят, не признают. Да? И вот постепенно все-таки, ну, как мне, как по сравнению с тем, что было, да, то есть нет предела совершенства, но по сравнению с тем, что было, все-таки я, конечно, намного уже дружу со своими эмоциями и принимаю их, что когда я бываю такая или сякая, что сейчас я ревную, да, а сейчас я злюсь, да, а сейчас я, что еще, ну, обижаться-то вот как-то, это уж не чуждо, проработано, какие я могу еще, сейчас я раздражаюсь, сейчас я тоскую, да, вот как Мила нам пишет, что тоскует по молодому человеку, да, то есть если это, вы тоскуете, Мил, ну, это нормально, да, ваше, смотря сколько, правда, времени прошло уже, угу. То есть это про мою профессиональную жизнь, да, что этот слайд я делала 3 года назад, к тому моменту, когда я вышла в интернет, поэтому сейчас клиентов больше, но я уже не пересчитываю, некогда уже сейчас этим заниматься, другими вопросами занимаюсь, более интересными, чем пересчитывание клиентов. Смотрите, то есть если я, тут как это, в России две беды, да, на букве «Д». Здесь в эмоциональном, вот, в плане эмоций, как бы, две беды могут быть в том плане, что я распускаюсь, как будто, да, в таком ключе я это говорю слово, что как распущенно себя веду. То есть не хотя эмоции мной управляют, и они прут из меня, где надо и не надо, да? Где хочу, где не хочу. Они как будто, они, вот я у них в плену, вот я в плену своих эмоций. Или вторая беда, что я свои эмоции скрываю, да, даже от себя, что я даже в себе их не хочу видеть, не то, что другим показать, да, не то, что другие увидят, что, оказывается, я тоже человек, что они-то злятся, это они знают каждый про себя, да, или там обижаются, или еще что, ревнуют, или страдают, или еще что-то, а не дай бог они во мне это увидят. Да, то есть как будто нет, я-то ангел, то есть я сдерживаю эмоции. И вот эти две беды, они, то есть у одних людей чаще одно реже другое, а у некоторых они из одной, как это, из огня да в полыни, да, из одной точки в другую. И вот они то терпят, у кого так? Сдерживаете, приличная такая, как бы улыбаетесь, все хорошо, сцепив зубы, поставьте плюсики у кого-то, а потом вдруг раз, Галина, у вас так, да, потом раз и прорывается,
потом раз, и у Татьяны тоже, потом раз, и уже такое пошло, да что же это такое? Вот как раз, спасибо, Евгения, как раз у тех, кто сдерживает какой-то момент жизни на каком-то этапе, в какой-то день, в какой-то ситуации, потом такой прорыв и возникает. Если вы не сдерживаете, а всегда их проявляете, ну тоже вопрос как, да, то тогда не будет этого наплыва, когда крышку, как из бутылки, как из кастрюли кипящей там, да, у вас вытекает все. Не будет этого. То есть задача все-таки эмоции проявлять. Да, и, про, это дома, Татьяна, так, дома так распоется, здесь ясно. Значит, сюда. Татьяна, я вас знаю, нет, поставьте плюсик или минусик. Значит, нет, да, ага, то как будто вот частично на мою клиентку. Угу. Смотрите, значит, если мы с вами говорим о том, что я не, вы не владеете своими эмоциями, да, не владеете своими эмоциями, то это означает, что это означает? Это означает, что вы как бы, что вы как ребеночек, да? Что ребенок же не владеет эмоциями, согласитесь, что вот маленький ребенок вообще вот он только эмоциями живет, да? То есть они есть, он или раз плачет, или улыбается, да, он кряхтит там себе, что-то недоволен, что животик у него болит, или мама его не взяла на ручки, совсем грудной, да. Следующий этап, понемножку уже начинают, и родители им говорят, нельзя эмоции проявлять, ишь ты, как бы злишься, ишь ты, там еще чего-то, а вон иди в угол, и так далее. И ребенок начинает, ну, как бы учиться сдерживать. Но любые проблемы с эмоциями, это означает, что я со своим внутренним ребенком, надеюсь, кому непонятно, внутренний ребенок, поставьте минус. Я просто думаю, что уже все в курсе как-то, да, этих терминов, если вы по вебинарам ходите. Так вот, если вы свои эмоции не владеете ими, то вы действуете из состояния внутреннего ребенка, да, причем, ну, большей частью раненого, конечно. Потому что нам нужен внутренний ребенок, да, и важно, чтобы он был здоровым. Но когда он раненый, он все время будет, ну, страдать от своих ран, да, и, ну, как бы ждать от окружающих, что они будут зализывать эти раны, что они не будут меня обижать, да, что они не будут от меня уходить, да, мил, что они будут меня поддерживать, что они будут... И тогда очень много ожиданий к окружающим. И с таким человеком тоже тяжело, как со мной, когда была я плаксой, и нельзя было на меня даже косо посмотреть. Такая я была впечатлительная, такая я была эмоциональная. То есть я-то о себе хорошо думала, я-то считала, что это такой плюс у меня, что я вот такая, как сказать, душевно ранимая такая. Да? А то, что это просто я застряла в ребячестве, да, продолжала как бы жить теми эмоциями, которыми желательно к 16 годам уже, ну, как-то уже взять эти бразды правления в свои руки, да, начать сначала дружить с теми эмоциями, которые есть, а потом только можем взять бразды правления. Если мы не начинаем дружить, если мы воюем, если мы с вами отказываемся от эмоций своих, да, от каких-то, которые вам не нравятся, то из этого ничего хорошего не выйдет. Угу. Значит, да, хорошо, Татьяна. Значит, продолжаем мы с вами. И смотрите, про что я сейчас хочу вам сказать. Что если вы решили, да, если вы решили, что вы, как сказать, как бы в детстве, что вы будете послушны, что вы не будете маму лишний раз напрягать, лишний раз расстраивать, что вы не будете досаждать, да, когда она спит, что вы не будете, то есть будете такой тихой, послушной, хорошей, да, и тогда вот этот человек, те люди, которые так хотят быть хорошими, то они выстраивают, вот поэтому я, ну, заделась, Людмила, на ваше, как бы, да, еще большую светлость и доброту, что выстраивают себя, ну, по-искусственному, да? То есть, как бы себя живую, настоящую, не замечают.
тот ребенок, который решил быть вот хорошей в жизни. Да? В вашем детстве это же неосознанно выбор происходит. Только сейчас вы можете сделать осознанный выбор. Только сейчас вы можете перевыбрать. Да? А тогда это вы не могли как бы выбрать осознанно. Тогда это просто вам, ну как будто вас подталкивали к тому поведением родителей своим поведением, да? Что как им удобно с вами. Но энергия у живого, энергии у эмоций, энергия это то, энергия у, как сказать, как бы это сила, которая, которую можно генерировать внутри, вот так вот, да, за счет своих эмоций. И смотрите, если вы не выбрали себя, ну, моими терминами сегодняшними, живую, то есть когда вы настоящие, а решили быть искусственным, но хороший и добрый, то болезни вам обеспечены, потому что энергии нет у такого человека. Потому что даже на выстраивание, на сдерживание себя надо кучу энергии, да, и страдает здоровье. Вы, понятно, в этом не виноваты, опять же, да, что нас этому никогда не обучали, как это должно быть по-хорошему, по-здоровому, скажем так. И обществу, и родителям, и мужьям, и женам выгодно управлять, и руководителям нашим управлять, ну, удобными, послушными, приятными, хорошими людьми, да? То есть, как бы, очень хорошо, когда с тобой хороший человек. И очень удобно, как одна клиентка мне говорила, Лариса, она, как она говорит, Татьяна Александровна, как бы мы без таких людей жили? Да? То есть она не из категории, она быстро как-то так поняла, что хорошее – это, ну, фактически больной. Угу. И что окружающие, она такая, хорошо, что есть такие люди, они не меняются, как бы мы без них жили? А кого я попрошу мне что-то сделать? А кто мне не откажет? Да? А на кого я сброшу свои эмоции, он мне ничего не скажет в ответ? А кто мне бесплатно бросится помочь, а кто мне еще что-то, да? То есть ее надо было, вот эту именно клиентку, надо было выводить вот опять про баланс давать и брать, золотую середину, да? Она быстренько перекатилась в другую категорию, и надо тоже выруливать. Кстати, это довольно часто, когда клиенты из своего вот, ну, такого скованного состояния, да, из гусеничного, как бы превращая, ну, в другую совсем переваливаются, услышали, что как будто это можно, они себе запрещали, и вдруг они себе это разрешили, и там у них куча проблем. То есть вырулить в золотую середину, это сначала, для некоторых, повторюсь, сначала побывать еще в противоположности тому состоянию, где вы сейчас. Итак, скажите мне, пожалуйста, какой результат, потому что я буду сейчас вот уже на результат работать, да, какой результат вы хотите получить к концу сегодняшнего вебинара? Вот какой, я спросила вас, я помню свои вопросы, да, я спросила, что, да, вот вы начнете управлять своими эмоциями, что вы хотите с этим делать? Был такой вопрос. А это вот тот маленький, вы же понимаете, что сегодня, ну, вряд ли как бы вам удастся вот полностью взять бразды правления, или там полностью свое здоровье улучшить на 180 градусов или что-то, да? Вот какой результат вы бы хотели получить сегодня? Да? Подумайте, я как бы буду пока дальше, а вы, ну вот, решите для себя, да? Что, и напишите, как бы почетче, если можно. Если будут четкие ответы, то я на это могу работать. Вот почему я с вас как бы этого всего хочу, да. И смотрите, вот по этому слайду еще тогда пока несколько слов, что вот если если мы действуем из внутреннего ребенка, да, то есть если мы остаемся, будучи взрослыми по паспорту людьми, остаемся эмоционально такими, как были в детстве, то фактически вот эти люди, я введу сейчас термин, да, может быть, он будет вам неприятен, но я здесь не для того, как это, в клетку тиграм не докладывают мясо, да, не для того, чтобы замазывать глаза, да, вам и себе, и чем быстрее вы это узнаете, на мой взгляд, тем лучше, как бы, термин, который есть, ну, в литературе, есть в нашем профессиональном сообществе, да, термин про эмоциональную такую незрелость. То есть это эмоционально незрелые люди.
Эти люди, вы в частности, да, могут быть гораздо умнее меня интеллектуально, гораздо, ну, как бы старше по возрасту даже меня. Это не важно. А эмоции остаются вот детскими, да, остаются, вот хочу так, вот хочу харчо, да, они не умеют договариваться, например, да, они на ошибках не учатся, то есть они на те же грабли наступают, то есть инфантильная личность, незрелая личность, она как раз страдает очень много от того, что эмоции, ну, не приведены в порядок, что ли, да. И у них представление о жизни очень часто, что это какое-то вот только волшебство какое-то, да, и когда они сталкиваются с реальностью, то впадают в депрессию. И тогда уже, ну, как бы длительное лечение, да. Смотрите, есть и инфантильные личности, то есть понятие, есть понятие инфанта. И то есть это те люди, которые, например, никогда не скажут, что это они не понимают людей. Да? Они скажут, что меня не понимают, меня обижают, меня там что-то опять не додали мне. Все почему-то мне никто никогда не додает. Ни психологи, ни врачи, ни мужья, ни жены, ни дети, да, ни родители, уж родители как только люди не относятся к своим родителям, хотя это очень, ну как... Может быть, первоочередная тоже задача, да, принять своих родителей. То есть они хотят какие-то конкретные законы, схемы, как правильно, вот этот вопрос, это из этой серии, да. А жизнь-то, она не укладывается ни в какие рамки. Жизнь-то, она гораздо сложнее всего, что мы о ней думаем, как бы, да. И не сложнее, шире, как бы, наших представлений. У нас есть у каждого свое какое-то вот представление. А она шире. И как только что-то не укладывается, мне от этого больно. То есть, если даже я не укладываюсь в свое представление о себе, например, да, то есть каждый из вас не укладывает, у вас есть какая-то картинка себя, и вы хотите, ну, как бы видеть себя вот такой, вот как в этой картинке. И вы не принимаете остальных своих частей, не укладываете, вы от этого отказываетесь. И если вы не принимаете ту жизнь, которая есть, то вы отказываетесь от многого в жизни, да, из своих страхов, опять получается, из-за эмоций, и соответственно, у вас разрушается здоровье, и вы потом уже не можете сказать «да» не только из-за страхов, а из-за того, что здоровье не позволяет многому уже потом сказать «да». Так, смотрю чат. Как оказывается, я люблю выступать последней, что я никуда, даже я никуда не тороплюсь, потому что мне всегда надо и про это сказать, и про это сказать, и про это сказать, и я не успеваю. А тут, глядишь, даже успеем с вами. Так, еще повзрослеть, разрешить себе проявлять эмоции, не бояться, как на это будут реагировать окружающие. Галина, ну очень важно, правда, если вы, то есть сегодняшний, да, это про сегодняшний вебинар, вы пишете шажочек такой, да, разрешить себе, то есть после вебинара разрешить себе проявлять. Окей, ну вы мне потом напишите, да, Галина, как вам это, и к концу вебинара напишите, продвинулись ли вы в этой задачке, да, и, ну, потом когда-нибудь. Хочу почувствовать независимое от обстоятельств. Так, супер. И внутренние чувства уверенности, что деньги сами идут ко мне. Ой, не могу. Мил, ну смотрите, вот давайте про первую часть. Можно я буду по одному выбирать из того, всем остальным тоже говорю, да, про остальным, ой, про из того, что вы будете писать, буду брать про одну какую-то часть, и вот говорить, что да-да-да, вот это у вас будет. Внутреннее чувство уверенности, что деньги сами идут ко мне. А что, нет такой уверенности, Мила, до сих пор? Вот уж это непростительно. Вот независимо от обстоятельств, на самом деле, ну, тоже очень важно, да, потому что чем больше я завишу, тем больше я не принадлежу себе, и тем больше я не хозяйничаю своей жизни. Тогда обстоятельства прутся вместо денег, да, Мил? И тогда они хозяйничают в моей жизни, и тогда они, ну, как сказать, как бы они... Я у них в плену, Это не очень хорошо быть в плену, даже как бы у эмоций, да, и тем более у обстоятельств, вообще у кого угодно.
а у меня уже есть. Окей, тогда что? Ставьте другую уже задачку на сегодняшний вебинар. У меня все запущено. Так, Евгений, это видно было с первой вашей фразы сегодняшней. Нужно долгое разбирательство. Много читала, искала, как изменить жизнь. Ничего не получается. Евгения, на самом деле, как бы, вот мне понятно, что вы пишете, да, что действительно и самой правда сложно. Ну, правда, вот я про себя когда говорила, что ну сколько лет, и сейчас я же не говорю, что нет проблем, да, вот у меня. Я не верю людям, у которых нет проблем, честно говоря. Проблемы есть. Важно вопрос отношения к этому, да, как я к этому отношусь, как я с ними себя чувствую, как я дружу с ними, да, как я принимаю я это, что да, это так. В моей жизни это случилось. Вот Камилу, например, да, про конкретный просто у меня пример, как бы у вас не очень конкретный, Евгения, что ушел молодой человек, что ну да, это так. И тогда задачка это принять. Есть эта проблема, да, есть другая проблема, у кого-то свои, у кого-то со здоровьем опять, да. И вы, то вы что-то ожидали, и у вас разочарование. Что с этим делать? Вы ожидали, что вас возьмут замуж, а вас не взяли. Вы ожидали, что начальник прибавит зарплату, а он не прибавил. Вы ожидали, что с мужем помрете в один день, а он умер досрочно. Это я уж вообще такие страшные случаи привожу. Ну, как бы и по поводу мелочей всяких, да, что вы ожидали, что подружка посидит с вашим ребеночком, а она сказала, у меня свои дела. И все это эмоции, да, очередное разочарование. Как будто опять негативные эмоции. Но это мы так приписываем, что это негативно. Если вы сможете, ну, такие, вот продвинуться, да, в этом направлении и взять образы прямо в свои руки, то вы сможете отнестись к этому, как вы захотите, как вы выберете. То есть можно выбрать, да, вы выбираете, что я буду к этому относиться, хочу позлиться. Ну, правда, я не говорю ведь, что надо избежать злости. На злость я прям еще потом поостановлюсь, да, поподробнее. А, что злость непременно, не то, что должна быть. Это базовая эмоция. Куда мы ее с вами денем? Если она как хвост не отвалилась у нас в процессе жизни, то, как, ну, у обезьяны, да, отвалился хвост, не нужен, как бы копчик остался. Если она есть, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, для чего-то она есть. И это вопрос в том, как я буду ее выражать. Если я просто проговариваю, я на тебя злюсь, это нормально. Если я встречаю его со скалкой, это уже не очень хорошо, да? Как бы, а можно и еще как-то погрубее. То есть, в смысле, нельзя, но бывает. В смысле, нельзя сказать, чего можно, чего нельзя, но люди иногда так выбирают. И ничего с этим мы с вами сделать не можем, мы можем только за себя, как вы будете относиться, как вы выберете. Да? И тогда уже будет ли Мил конкретно про то, что деньги сами ко мне идут, будет ли ваше чувство, то есть какое чувство выберете, какую эмоцию выберете, будет ли это уверенность про то, что вы справитесь с любой ситуацией, хотя, ну, когда уходит молодой человек, я представляю, это, ну, тяжело, правда тяжело, вот, и что у вас будет уверенность, что вы и с этим справитесь. И когда вы себе хозяйка, вы точно чувствуете, что вы справитесь со всем, с чем угодно, что эта жизнь на самом деле разная, но так как вы, у вас есть ощущение, что вы со всем можете справиться, то обстоятельствам не надо вас учить, что «а ну-ка ты вот с этим справишься, а ну-ка пошли мне, слабачка, не справилась, а вот с этим, и тут, ну давай я уже тогда, как это, деньги к деньгам, да?» Или, скажем, обстоятельства к обстоятельствам. То есть, где тонко, там рвется. Если вот как Евгений пишет, у меня во всех сферах проблемы, да? И если во все, то одно, второе, третье. То есть, это продолжает, конечно, как снежный ком. А если вы такая внутри, что обстоятельства вас боятся, а не вы обстоятельства, то, опять же, они не будут как бы... Ну, то есть, вы уже этот этап прошли. Вот так вот. Да? Что вы умеете с этим справляться, хотя, конечно, я не отрицаю, что, повторюсь, что всякое может случиться, и у достаточно, ну, управляющих своими эмоциями тоже могут быть, ну, как бы, нет ангелов среди людей все-таки, да, что они вот ангелы, и они будут себя, ну, то есть,
Я ангел, у меня нет эмоций, у меня всегда хорошие эмоции. Не бывает так. Да? То есть, я знаю, что там другие спикеры по-другому говорят. Да? Я-то считаю, что мы с вами люди. Да? Если вы на себя посмотрите, то, наверное, да, хоть спереди, хоть сзади. И тогда получается, что вы вполне как бы можете сами на самом деле, да, на самом деле. Но для этого вот это чувство внутри, как мы вот сейчас написали нам, да, что независимо от обстоятельств, чувство уверенности, хоть про то, хоть про другое. Угу. А, Евгений, про то, что запущено, ну, правда, смотрите, я в конце буду предлагать мастер-класс, да, и один из вариантов этого мастер-класса с моим сопровождением. То есть, ну, смотрите, если, я согласна, что читали вы много, я в свое время тоже много читала, потом больше стала делать. Я про то сейчас, что если знать и уметь, это разные вещи, но очень разные. Я вот знаю, вам расскажу первое, второе, третье, как водить машину. А мы сегодня с Людмилой, с организатором конференции разговаривали, она водитель уже 18 лет, я говорю, а я не вожу, да? То есть, а знать я знаю, например, или как вышивать крестиком, я знаю, но не вышиваю. То есть, как печь пироги, я знаю, но не пеку такие, как мне хочется, да, чтобы они получались такими. То есть, знать и уметь – это разные вещи. И невозможно знать все и уметь все, как вы выберете. То есть, тот участочек, который, тот сектор вашей жизни, который на этом жизненном этапе для вас важен, вот его подтягивать, да, с него начать. Окей, так, и Татьяна написала, научиться управлять эмоциями, при этом жить сердцем, а не головой, или это несовместимо? Это совместимо, и я буду об этом говорить. Сейчас я, наконец-то, двигаюсь дальше. А, это я про, хотела пример сказать, как бы, про одну свою клиентку, Татьяну, да, ну, онлайн-клиентку, про то, что, смотрите, про зависимость, да, потому как, вот, зависимость, как вы про себя писали, что у очень многих же она есть, да, просто вы так, ну, открыто и было понятно, о чем вы пишете, что она есть зависимость от обстоятельств, да, зависимость от обстоятельств, от людей, как он на меня посмотрел, что он мне сказал, как он мне ответил, позвонил, не позвонил, да, это про людей, ну, и от обстоятельств что-то случилось, да, и если вы остаетесь, вот я хотела про одну клиентку сказать, Татьяну, что она очень, как бы, очень зависима. Детство было очень сложное, и она очень зависима. Но мы с ней работали в группе, не индивидуально как-то, да, вот на коучинговой программе она была, работали в группе, и вот пошли как бы вглубь, да, вот с этой зависимостью. У нее здоровье, кстати, было очень разрушено, у нее болели ноги, она не могла ни на каблуке ходить, ни танцевать, там свои как бы проблемы с ногами, да. И она на себя не надеялась, она, как другие скажут, вот как Галина нам пишет, да, как Галина написала, что хочу проявлять эмоции, не бояться, что буду, как будут реагировать окружающие, да. Они как-то будут реагировать. И вот эта клиентка Татьяна, она тоже очень, ну, как бы боялась, да, как будут реагировать окружающие, то есть очень зависела от них. Но все-таки вот ее отзывы, да, ее работа с ней как бы позволила ей, ну, намного, как пример просто, да, сдвинуться вперед, продвинуться. Это вот нельзя даже сказать, что это отзыв, потому что это просто люди, ну, в чате пишут, не то, когда отзыв, это там, вот, как бы, чтобы вот так-то, это просто, ну, о себе, о своих результатах. Ага. Значит, про то, что совместимо или несовместимо, давайте я сейчас тогда на этом остановлюсь, и потом будем двигаться дальше. Что если нам нужна и эта часть, да, Татьяна, и чувства нужны, и голова. И то, и другое мы не можем упустить из виду. Если мы упускаем одно, как это, хвост, вытащили нос у вас, или там наоборот, да, нельзя вот этого допускать, потому что если вы эмоциями только живете, то ваши решения все, правда, незрелые. Если вы живете головой, то они, может быть, и правильные, да,
Вы помните, как я вначале объясняла мое отношение к этому слову, но в данном контексте, что как будто они кажутся в вашей голове как будто правильными, да, в кавычках правильными, в вашей голове они кажутся правильными, но вы этого не хотите, то есть сердце свое не слышите. И когда я говорю про управление эмоциями, это означает, что фактически излечивать вот внутреннего ребенка, да, фактически делать его здоровым, и, соответственно, он будет оставаться, но будет по-другому себя чувствовать. Вообще, как бы в психотерапии опираемся обязательно при работе как бы с клиентами, опираемся на детскую часть непременно. То есть не из ума тоже исхожу я. Да? То есть, конечно, мне опыт уже 30-летний позволяет как бы так индивидуально уже видеть, ну, кому что нужно, да, почувствовать это за несколько секунд. Вот если бы я только из ума, что было бы правильно вот эту ему дать сейчас, ну, задание, технику, упражнение, не знаю что, рекомендации, еще что-то. А по факту я вижу, какой он, да, правильно было бы так, а по факту вижу, что ему другое, да, у него сработает какое-то другое, пусть не такое, ну, как сказать, не такое массивное или громоздкое, которое показало бы все мои знания, там, или еще что-то. 2-3 каких-то замечания, и этого может быть достаточно. 2-3 каких-то маленьких шажочка его подтолкнуть, и этого может быть достаточно. Я про то, что важнее, сердце или голова, тут как бы мы выбор не делаем, да? Выбор не делаем. Угу. Движемся с вами дальше. И смотрите, вот как с нами наши болезни, как бы, что они с нами вытворяют и как они с нами поступают и вообще до того, как болезнь развивается. За 6 месяцев примерно до этого тело начинает нам посылать сигналы. И прежде всего эти сигналы, а мы их не чувствуем, да? Мы же у большинства же людей нет с собой такой связи. Доброй, эмоциональной, с принятием. Они посылают нам, оно, вернее, тело посылает нам, да, сигнал, оно говорит, да фигня все это. Да ну, надо отмахнуться, сейчас более есть насущные задачи, полы надо драить, да? Или сейчас надо, там, я не знаю, обед готовить, или дачу, святое дело, как бы, пахать, да, на даче, или еще что-то. И постепенно они усиливаются, мы не понимаем, не слышим, если контакта с собой нет, а как бы если мы все-таки говорим об нехозяйствовании собой, это означает, что этот человек себя не любит, если он до сих пор не научился, ну, своей жизнью управлять. И если он себя не любит, так к себе относится, то, конечно, он, ну, как бы не слышит, не чувствует, да, то есть у него с собой нарушен контакт. И тогда приходится вместо того, чтобы, если бы мы на раннем этапе, вот в эти полгода, мы услышали эти сигналы, да, мы могли бы с вами, ну, обратиться вот как бы к психосоматическим здесь каким-то ключам и посмотреть, что же к этому, вот про что тело мне говорит, да. Оно как-то кричит, плачет, обрати на меня внимание, дай мне заботы, услышь меня, еще что-то, не слышим. Окей, и тогда приходится вместо того, чтобы проживать эмоционально какие-то вещи, которые должны быть прожиты эмоционально. Я слово «должны» тоже очень, когда говорю, сразу отслеживаю, что я сказала это слово, да, потому что как бы должны мы только себе, ну и деткам там до 16, до 18 лет своим деткам, да. Так вот, себе-то мы должны, поэтому это нормально здесь слово, это в том месте, где оно должно быть. Так вот, должны проживать эмоционально, а не телесно. Но если мы эмоционально не проживаем, опять же, или подавляем, или не принимаем, или, ну, как бы, не проживаем эмоцию, а выплескиваем сразу, да, вот только эта злость зародилась, и все выплеснулось ее тут же. Не даю прожить, это мне клиент один, ну, относительно недавно, как бы месяц там назад или сколько-то, звонит, значит, он там по своей спросит, говорит, Татьяна Александровна, я, как он сказал, я вот проживаю это, я наконец-то понял, как это проживать эмоции, я сейчас ее проживаю, да? То есть я ее не выплескиваю, он раньше выплескивал, и это мешало ему, ну, как бы, установление контактов, да, это мешало, он, ну,
бизнесмен такой, приличного такого уровня российского практически, и как бы он, ну, терял людей, он на подчиненных, да, то есть текучка, вот это все, и свышестоящие и так далее, а он ее научился проживать. Так вот я про проживание, что если мы с вами все-таки проживаем эмоции, да, то это и будет, ну, здоровым таким отношением к себе и здоровым отношением, ну, к своему телу, да, здоровым в смысле, кому нравится слово «правильным», тогда это будет правильно. То есть мы должны проживать эмоцию, тогда телесно не надо будет ничего прожить. Понятно ли я говорю? Если понятно объяснила, то поставьте, пожалуйста, единички. Поставьте, пожалуйста, единички, если я говорю понятно. Если нет, поставьте двоечки и переспросите меня как-нибудь, чтобы я объяснила таки понятно. Если помните, я вначале говорила, что если я начну как-то сложно... Ага, Галин, как проживать, не понимаете. Окей, я на этом остановлюсь еще чуть дальше, окей? Угу, сейчас посмотрю, если следующий... Ага, вот это наконец... О, у меня же еще 3 упражнения. Да, мне надо, наверное. Даже за 2 часа я не успею. А, как это, как в том анекдоте, куда все это девать, да? А, смотрите, вот есть такие, что-то не очень красивый слайд, но ладно. Значит, есть такие, вот сейчас мы, Галин, я ваше про проживать, я запомнила. Угу. А, на примере проживать. Татьяна, я запомнила, мы когда к гневу, я таки обещаю к нему когда-нибудь перейти, и я там объясню. Значит, смотрите. Сейчас давайте такой вот тестик сделаем, да, такое, ну, упражнение маленькое. Вот здесь сколько я написала? 22, я уменьшала как могла, прям вот как могла. Было их, я не знаю, может, 44 или сколько, чтобы хоть на одном слайде хотя бы это поместилось, а не на нескольких. И напишите, пожалуйста, какие, нет, не надо какие, сколько из этих проблем у вас есть. Вот смотрите, какие здесь у меня проблемы, да, что за счастье вы вот, ну, боретесь за счастье, сражаетесь за счастье, что просто так оно вам, ну, как будто не дается, да, что не понимаете поступков людей, своих поступков, свои поступки, иногда, что вытворила, зачем, для чего, ну, как бы непонятно вам, а уж людей-то вообще трудно понять, да, что почему он так поступает, как так можно вообще, да, то есть вас это возмущает, что вам трудно просить, и одно, это я даже в один пункт, потому что это 2 стороны одной медали, да, и трудно отказывать, что вы не можете не отказать, но не хотите давать в долг, ну ладно, а то обо мне плохо подумают, и просить вам тоже трудно. Что вы зависите, вот как Галина нам пишет, от мнения окружающих, да, что вы не живете своей жизнью, что здесь имеется в виду, что вы, ну, правда, с вами как бы живете не так, как вы хотите, это уже можно сказать, что вы не живете своей жизнью. То есть если вы живете так, как вы хотите, не все так, как вы хотите в вашей жизни, то вы, ну, живете своей жизнью. Что у вас много страхов или много тревог, или много обид, или много чувства вины, вот отдельно не буду на нем останавливаться, но очень деструктивное тоже чувство, как и обида, да, как, в смысле раннее, и тем оно деструктивнее, чем раннее оно появилось в нашем антогенезе с вами, да, в процессе развития. А чувство вины прививают же родители очень рано достаточно, что ты что, ты меня расстроил, из-за тебя у меня то-то, ребенку 5 лет, а оказывается из-за него у мамы что-то там, да? Чувство неудовлетворенности жизнью, как Евгения, вы нам пишете, да, чувствуете себя в тупике, трудности общения. То есть, ну, примерно это вот, что в 15-м можно было тут сократить на один пункт, что нет взаимопонимания с кем-то, да, то есть трудности общения. Неуверенность, отдаете больше, чем получаете. Хотя вот про этот пункт многие так считают, но по факту это не так. Да, вот женщины приходят на приемы и говорят, я там все для него, вот я столько ему даю. Потом приходит он, или они приходят потом парой. У него глаза на лоб, что оказывается, я говорю, оказывается, вам жена вот столько-столько дает. А я, она говорит, ты ничего не даешь. Он начинает перечислять. Да, то есть, как бы, вот здесь трудно золотую середину, чтобы дать себе отчет, кажется, что я даю больше. Да? Любовь приносит много боли вам, что недостаточность материальных благ, вот как Евгений тоже сегодня нам пишете, да? Так, неправильно здесь, 17-18, недостаточность материальных благ, это один пункт. Апатия и депрессия, ваши спутники, да?
букет болезней. Сегодня звонил мужчина и жаловался на депрессию. Я спросила, по какому поводу, и он сказал, что жена, ну, у жены был роман. Да, у жены был роман, это уже полгода прошло, я по телефону подробности не вдавалась, и что он будто бы, он мне говорит, я-то простил, но кошки скребут, да? То есть, конечно, он не простил, и конечно, как бы депрессия его, ну, как сказать, не безосновательна. Что у вас букет болезней, что до боли в груди хочется любви и тепла, и что вы себя не любите. Сколько из этих пунктиков у вас есть? Так, по одному у вас? Или я что-то... это я на предыдущий. Так. Все. Значит, 18, Наталья, хорошо. На примере проживать... предыдущий. Угу. 11, Евгений, ну, видите, как бы вот 11 – это только половина. Да? Вам еще половину и наверстать, то есть из всего вот этого слайда наверстать половину, и вы как бы выйдете из своего состояния. Очень много, почти все. Еще, может быть, кто-то напишет, если не спите. Так, и смотрите, для чего я этот слайдик и просила вас вот к нему присмотреться. 8, ага, вижу. 6. Не рассмотрел. Мил, 6. Ну, такой запущенный случай, да? Татьяна, 17. Тоже достаточно, да? Достаточно, даже предостаточно все-таки. Вот. И смотрите, про что я, да? Фактически это все про эмоции. Да? Эмоции здесь названы только, вот там много обид, много тревог, много чувства вины, да, чувства неудовлетворенности. А по факту, зависеть от мнения окружающих, это уже я про мои эмоции, да. Трудно просить, я боюсь просить. Это же про страх фактически. Трудно отказывать, я боюсь отказывать, да. Не понимаю поступков людей, то есть меня это возмущает, я злюсь, это про мою злость, про мою агрессию, да. Трудности общения – это тоже какое-то здесь или раздражение, смотря какие чувства. Чувствуете себя в тупике – это тоже может быть про депрессию, что я в тупике, да, и так далее, и так далее. То есть любой пункт практически он про эмоции, вся наша жизнь про эмоции. Оксан, вижу семерочку вашу. Вся наша жизнь практически про эмоции, потому что вообще мы вот о качестве жизни, ну, мало об этом кто задумывается, и на самом деле… И вот мастер-класс, который я буду в конце вам предлагать, да, и как бы психологические услуги, психотерапевтические услуги, это не для всех, это понятно, что если человеку есть нечего, да, то, ну, как бы о чем вообще говорить, ну, там, какие-то у него насущные проблемы не решены, то, соответственно, он о качестве жизни не думает, да. Раз вы здесь, у меня это все-таки создается впечатление, что вы думаете о качестве жизни. А о качестве жизни судим по эмоциям человека, да? Какие у него эмоции, такое качество. Если, как это, каков поп, таков и приход, да? Какие эмоции, такое качество жизни, такая у него жизнь, как бы такие обстоятельства вокруг него и так далее, и так далее. То есть человек первичен, тот посыл, с которым он идет в мир, те эмоции, с которым, то состояние, да, с которым он идет в мир, это и есть тот маячок, на который все остальное притягивает. Да? Но тем более женщины, они не могут без эмоций, да, то есть харизматичные люди, какие люди? Это те, которые же как бы с эмоциями, это не те, которые бу-бу-бу-бу-бу-бу по зеленым лугам, да, а те, которые, ну, показывают нам свои эмоции, которые не боятся своих эмоций, да? Не боятся показывать, что значит показывать эмоции, что они не боятся показаться настоящими, они не боятся показаться, они себя приняли, да, Галин, что у них есть вот такие эмоции, и могут это показать другим, сказать о них, не выплеснуть этот негатив, этот ушат своих депрессий на окружающих, да, я, ну, на днях, вчера, что ли, это было, мне тут день рождения грянул позавчера, и вот, по-моему, вчера я, было время, да, позавчера не было, опубликовала, что там, ну, как бы, заметки сильной женщины, да, и ВКонтакте там еще где-то, и я, смотрите, я про что сейчас? Про то, что если, я там написала как бы такой пункт, что если вы
что я, ну, то есть то, на что я опираюсь, да, как бы те пункты, которые мне близки. И что если эмоции доставляют вам проблемы, да, это означает, что это вы сами себе доставляете проблемы, да, что вы почему-то так выбрали, что ваше отношение к себе почему-то сильно-сильно страдает, что вы выбрали страдать за что-то, за что не знаю, да, пока, и как бы, ну, не тема сегодняшняя, потому что я могу, ну, углубляться в каждую конкретную вот фразу, как дальше, да, в которой вам говорю, мы будем идти все-таки по нашей с вами теме. И когда, вот важно, вот сейчас я про проживать немножечко, потом поподробнее. Вот смотрите, когда вы эмоцию называете, да, вы спрашивали, как это проживать, давайте на примере, да, как это проживать, что вы себе говорите, сначала ее отслеживаете, да, и говорите, я сейчас злюсь, да, я сейчас злюсь, или я сейчас, опять же, что делаю, обижаюсь, пусть, ну, есть такая эмоция, как бы, да, обижаюсь, или я сейчас тоскую, да, или я сейчас гневаюсь, или что я делаю, и тогда вы начинаете отслеживать, где находится эта эмоция в теле, ага, там, в душе, в пятках ваш страх, еще где-то. Душа, смотря где тоже, да, душа в тоже в пятках. А, как бы здесь, ну, отслеживаете. И смотрите на нее очень пристально, на эту эмоцию. Угу. И внутренним взором все время, да. И даже от вашего внимания, и продолжаете говорить, сейчас опять здесь, сейчас опять здесь. И, ну, как бы продолжаю злиться, как будто за секунду, за минуту еще эта злость моя на него, смотря какое событие с вами случилось, да, вы еще это не переварили, не утилизировали еще, как бы, это обстоятельство. И поэтому вы, есть это чувство, и это нормально, не бояться этого чувства, да, и тогда вы с ним, ну, как будто живете и посматриваете, даже вы идете на работу, да, пришли на работу, и с этим чувством как будто дальше, ну, как бы, что вам надо работать, и опять чуть-чуть отвлеклись, внимание внутрь себе дали, что, ага, я опять продолжаю злиться, или я сейчас другое чувство, ага, продолжаю, окей, то есть, и вы себе даете возможность понаблюдать за собой, попроживать это чувство, побыть в нем. И я вас уверяю, что от пристального вашего внимания, да, уже этого будет достаточно для того, чтобы это чувство... А, спасибо, Галина. Чтобы это чувство начало, ну, как бы видоизменяться, да, начало видоизменяться. И для того, что, вот, я не знаю, вот это про... Вот это упражнение... Татьяна пишет, или про другое, как бы, да, что, ну, не могу сказать, это тоже от одной из клиенток, что начинаешь чувствовать, начинаешь, мне кажется, про это вот упражнение, что начинаешь проживать, и появляется масса, как бы, инсайтов, масса озарений, что это не страшно быть, ну, даже разгневанным. Повторюсь, что если это есть в нашем мире, значит, ну, это часть нашей жизни. Если мы будем как страус песок с вами от этого прятаться, это нашу жизнь не улучшит, а наше здоровье только ухудшит в том числе. Да? И угу, сейчас я как бы конкретно уже, да, приступаю к гневу. И вот я что про гнев вам хотела, именно про гнев сказать. Вот, то есть ребенку как? Ребенку объясняют маленькому, разберем на примере гнева, да, и про как проживать, и как вообще, как дружить с ним, как принимать эмоции. Да? Ребенку начинают говорить, что гневаться – это плохо, сердиться нехорошо, да? За гнев его ругают. Как вы думаете, что он будет, ну как он будет вырастать? То есть он начинает, ну, думать, что гнев, как бы, это отрицательная эмоция. Вот если кто из вас считает, скажите мне, пожалуйста, в чате, что гнев – это отрицательная эмоция. Напишите, пожалуйста, плюсики, что гнев – это эмоция отрицательная. Так, Евгения, вот уже вам спасибо. Еще, может быть, смельчаки найдутся. Галина тоже отрицательная. Ничего отрицательного в этом нет, просто ему родители так объясняют, а я вот вам переобъясняю, да, и теперь вы можете более осознанно уже подходить к этим
к своим эмоциям, да, то есть нет объективно положительных и объективно отрицательных эмоций. Вот так это все работает, просто с частью из них мы уживаемся, принимаем, они не противоречат, повторюсь, да, нашей картине о себе, что я хорошая, да, как-то они находят место внутри нас, в нашем сознании, то есть это бессознательно чаще всего как-то, да, но если вы говорите себе, что я вот добрая, я белая и пушистая, я хорошая, я пригожая, только доля такая, то это означает, что вы, ну, половину сразу от себя, вот представьте, как половину тела отрезать, да? Ну, пусть не половину, пусть часть вашего тела куда-то скинуть это, да? Как так? То есть я и злая, я и веселая, иногда нервная, иногда там какая-то, как бы, открытая, иногда не очень доброжелательная, да, и так далее. Это все я. И вот, ну, те эмоции, которые вы интегрировать в свою картину мира не можете, вы как будто их отбрасываете подальше и перестаете их замечать, и тогда происходит что? Вот в чем фокус? Что происходит все с точностью до наоборот. Именно за счет того, что они выбрасываются, они, ну, как бы, начинают активизировать, они лежат у нас мертвым грузом и пахнут, да, то есть они нам не нужны как будто, а они же все равно в вас, они же никуда не делись. Что вы от них отвернулись, если я отвернусь от своей грязи в доме, это не значит, что у меня станет чище, да, и тогда грязь наращивается, и тогда именно эти эмоции постоянно будут всплывать на поверхность, как эта грязь будет бросаться мне в глаза все чаще и чаще, если я стараюсь ее не замечать. Фа-фа-ля-я, жизнь прекрасна, удивительна, никакой пыли у меня нет, вдруг рассосется. А она все увеличивается. Да? И здесь так же. То есть я, как бы, эти вот отрицательные эмоции, как будто отрицательные, выбрасываю, а они будут мне, как это, есть все время на глаза. В следующий раз я уже вот такого будет мелочи достаточно, чтобы я опять разгневалась. А в следующий раз вообще... Только взгляда достаточно, чтобы я разгневалась, да, и так далее, и так далее. Они все чаще будут проявляться, чтобы я их увидела. Для чего они это делают? Чтобы я их увидела. Чтобы я обратила внимание на свои эмоции, сказала и признала, что да, я такая, что во мне это тоже есть. А напишите, кстати, может у кого-то... Ага, хорошо, Татьяна... Правда, мне очень приятно, спасибо, что вы это написали. Напишите, пожалуйста, сейчас еще хотела спросить-то. А, что, может быть, правда есть у нас, кто не гневается никогда? Если есть такие, поставьте, пожалуйста, двоечку, ну, что-нибудь я вам скажу. А может быть, таких и нет. То есть вы про себя считаете, что у вас гнева нет, или, ну, в общепринятом плане негативных эмоций, как бы, что вы, их не, вы уже что-то там с ними как будто умеете делать, да? Угу. А есть, смотрите, вот тот ребеночек, да, который вырос, что ему говорили, что гнев – это плохо, это нельзя, это неправильно, это наказуемо, он будет вырастать и думать, не опознавать свой грех. Ой, свой грех, вот договорилась, да, то есть оговорки, что как раз, что как будто, я же говорила как раз сейчас про то, что как будто это грех иметь свой, иметь гнев, да, и он будет вырастать, правда, думая, что это грех практически, да, он будет не опознавать, не различать у себя эту эмоцию, потому что он с детства очень глубоко ее утрамбовывал. Да? То есть он не знает про себя, что ого-го, как сердится. А, мила у нас двойка. Хорошо, мила, это я, значит, сейчас про вас рассказываю. Этот человек не знает, что ого-го, как он... Я, кстати, сказать, очень долго про себя думала, что я практически мать Тереза, прям, да, вот прям, вот копия ее, что я только помогаю людям, что я почти ангел, что я такая вот все дающая. То есть я правда так это все делала? Рад. Пока, наконец-то, да, не дозрела до того, чтобы таки принять себя, ну, со всем, что есть. Со всем, что есть. Или такой, например, что, пример, что если родители, ну, как бы принимаются в семье гнев. То есть родители говорят, ну,
Ладно, злишься, злишься. Мы покричали там друг на друга, как-то умеют, как-то знают, что с ним делать, да? Как-то знают, как его перерабатывать. Но совершенно не умеют справляться, например, с обидчивостью, да, или с каким-то другим чувством. И тогда человек вырастает, и какого человека мы получаем? Что он умеет справляться с гневом, но никогда не обижается. Он говорит, нет, я никогда не обижаюсь, нет, я не плачу и не обижаюсь, будто бы, да, как мило у нас не гневается, будто бы, как будто нет именно, да. То есть, точнее, он не знает, что он обижается, просто у него тяжесть в груди, да, просто дышать ему трудно, а так-то он не обижается. Хорошо, значит, кто понял, как бы, о чем я, у кого, может быть, есть, ну, какие-то пусть не осознания, как у Татьяны, да, какие-то вот мысли, да, хотя бы, что, как это вы можете применить по отношению к себе, поставьте, пожалуйста, троечки, да, что если вы понимаете, о чем я говорю. И я все-таки тут для себя, и заодно это будет знаком, что вы не спите. В общем-то, на самом деле, наивно было бы понимать, ой, так, троечек нету, я непонятно говорю, переспросите тогда меня, я скажу другими словами. Угу, Татьяна, понятно. Угу. Ага, день понятно, хорошо. Двое не спят. Значит, смотрите, наивно было бы полагать, что выкинутые эмоции, если вы от них отказываетесь, не будут искать места в нашей жизни. Да, они будут искать себе это место, и, в общем-то, в них, так как в них заложена огромная вообще в эмоциях, мы с вами об этом говорили, огромная психическая энергия, то вот эта часть вашей энергии, вы ее не используете. Вы ее не, и она тогда действует, то есть энергия, смотря как использовать атомную энергию, можно во благо, а можно все разрушить. Здесь то же самое, как будто вы тогда сами себя разрушаете. То есть вы храните в себе это, да, и оно начинает уже плохо пахнуть, оно это, вот эти эмоции, которые вы, ну, как бы не признаете, да, и тогда вот эта энергия начинает вас съедать изнутри, и вам куда-то надо ее девать, и тогда она, ну, вот начинает разрушать тело. Угу. Смотрите, если... Что можно с этим делать? Давайте теперь уже про шаги. Наверное, надеюсь, что это следующий у меня слайд, а может быть уже может быть следующий. Да, следующий. Смотрите, значит, я как бы в анонсе было, да, что три шага, которые непременно важны для нашего оздоровления. Это, во-первых, осознавать свою эмоцию, да, то есть назвать ее, что вы сейчас чувствуете. Кстати, напишите, пожалуйста, каждый сейчас, какая у вас эмоция сейчас вот на поверхности. Если вдруг их две, напишите две, но все-таки, вы, если есть возможность выбрать одну, выберите одну и напишите, что вы сейчас чувствуете, какую эмоцию испытываете. Угу. То есть вы вот достаточно долго, я уже с вами, да, какая у вас эмоция есть? Положа душу, руку на сердце, в том смысле, что на самом деле, когда трудно назвать эмоции, а это для большинства людей трудно, если вам будет трудно, то я вас очень хорошо понимаю. Так, Татьяна, ну вот сразу начну ворчать, да, интерес это все-таки из головы как бы больше, да, из головы. Ну я, когда как тоже, когда я выбираю принимать это к зачету, когда... как бы на группах тоже, да, но больше, на группах большей части не принимаю, на вот вебинарах, в принципе, можно принять, но даю обратную связь, что интерес это как бы, ну, больше из головы, мне интересно, а что же там, а что как, а вот, вот в душе что, в душе сейчас что? Угу. Так, обида есть, Лид. Угу. Лид, давайте с вас начнем, значит, что, то есть на кого-то или на себя, или на меня, или на кого-то там, ну, третьего, кого сейчас с нами нет. Угу. Пишите, Ирина, на себя раздражение, что не успеваю ничего раздражения. Ну, как бы,
ничем не лучше, да, что вы испытываете на себя раздражение. И от вас жду, да, обида. Вы можете не писать на кого, просто что на, вот из этих вариантов. На себя, на меня, я тут как действующее лицо все-таки тоже, да, и на кого-то третьего. И раздражение, Ирина вам отвечает, а остальные эмоции у нас все-таки, так, ну, нормально, человек в чате, да, как бы, пишите, пожалуйста, на кого-то, ясно. Ирина, давайте тогда вам, потом к Лиде вернусь. Пересматриваю свое «я». Галин, а эмоцию какую? Вот пересматриваете и что чувствуете? Или, например, Татьяна, вот у вас есть интересы, что вы при этом чувствуете, да? Значит, Ирина, как бы не договорила, что раздражение, что не успеваю. Смотрите, то есть по этим шагам, что я осознаю раздражение. Второй шаг – принять. Я не говорю, что это просто, я не говорю, что это делается по мановению волшебной палочки, но без принятия, что это так, вот это я вам говорю и даю, сколько надо процентов, столько и даю гарантию, что невозможно будет изменить эту эмоцию, ее переработать, ее поменять, ею управлять невозможно без принятия. Я не буду на этом останавливаться, потому что это тема из тем про принятие, да? Но как бы вот второй шаг – это ее принять, что вы сейчас там в обиде, да, или, например, ваша тоже, что вы сейчас, вы так выбираете пока, на эту секунду, на этот момент, слушать вебинар и продолжать обижаться. А Ирина слушать вебинар и продолжать раздражаться. Примите, что пока у вас так, вы это выбрали. И потом только вот начать ими управлять, этими эмоциями, это третий шаг, куда входит в том числе, как бы как вариант, проживать ее. А я чуть еще подробнее обещала остановиться, я остановлюсь. Татьяна, радость. Окей, это к эмоциям, да. Разочарование в себе. Ну, пока так, да, Евгений? Пока так. Иногда, ну, я не, опять же, так как нет плохих и хороших эмоций, да, есть вот деструктивные эмоции, обида вот одно из деструктивных, да, и так, и как бы разочарование тоже, конечно, много вносит боли в нашу жизнь. Смотрите, Евгений, разочарование все-таки чаще от наших ожиданий, да, тогда вы много ожидали, получается. Очень, от себя много чего-то ожидали, были фантазии, да, были иллюзии. Иногда я на своих платных курсах как бы веду весь курс или, по крайней мере, несколько занятий. Вот чтобы я не говорила, я говорю при этом фразу, что у меня есть такая иллюзия, что это так-то. Да, у меня есть такая фантазия, что это так-то. Как бы это сначала не, ну, трудно принять тоже, зачем я это делаю, но человек, ну, я немножко раскачиваю, что не вот так вот все всегда, а кто знает, может, я так про это придумал. Тем более, что, ну, 85% людей про большинство реалий нашей жизни придумывают что-нибудь. Они видят это, не видят это в объективном свете. Страх часто. Так, сейчас Калина еще сначала. То есть, если у меня кредиты, то я должна принять. Пока эта ситуация, естественно, эмоции в этом случае. А как же по-другому, Галина? Ну, давайте не примем. Нет у вас кредитов. Ну вот нет у вас, не принимаю. Кредитов нет. И что? Конечно, да. Конечно, да. Как бы про все, что есть, хоть про эмоции, хоть про кредиты, хоть про то, что ваш партнер ушел, хоть про то, что у вас есть, вот вы писали там о своих болезнях, да? Сначала не боремся с этим, а сначала это принимаем. Угу. Страх как бы часто. Страх. Ну, страх, хорошо, страх, то есть, повторюсь, да, как бы эмоции те, которые есть, пока, вот, если по шагам, то это так. И если вы верите, и вот теперь такой вопрос, смотрите, есть ли среди вас те, которые по правде верите, что кто-то или что-то, вот, Галин, давайте с вашего, да, или... С чего примера начать, как бы, ну, можно с вашего, да, с любого, как бы, да, или с Лиды про обиду, там, неважно, что кто-то или что-то может заставить вас чувствовать себя тем или иным образом, что кредиты могут заставить вас так себя чувствовать, что кто-то, Лид, может заставить вас обижаться,
Вот есть такие у нас в чате, поставьте, пожалуйста, четверочку, что если верите, что кто-то может вас заставить так себя, ну, как бы чувствовать так или иначе, неважно как. Угу. Так, высказать. Смотрите, Татьяна, четвертый пункт, я, во-первых, три шага заявляла, как бы, да, высказать не всегда есть возможность. Да, если это ваш руководитель, если человек умер, достаточно, что вы будете это проживать. Да? То есть и, ну, на улице вы на кого-то разозлились, вы не будете им там как бы высказывать. Если вы проживаете эту эмоцию, то этого достаточно. Угу, хорошо, спасибо за четверочку. Сейчас про Милу прочитаю и дальше. Принимаю ситуацию. Он не мог иначе. Он все сделал, чтобы помочь мне переехать, а сам не смог. Я отпускаю его в любовь, и сама радуюсь, что я там, где мечтала, и жду новых встреч. Ну, так сложилось, да, по-всякому. Вот сейчас, как это, слова не мальчика, но мужа, да, как бы говорить, ну, как, ну, так, зрелость такая, и я не сильно верю тому, что вы пишете, но, по крайней мере, на уровне ума у вас так. На уровне эмоций где-то, ну, наполовину, может быть, да, из того, что вы пишете, по правде есть. И тогда это уже шаг к зрелости. Любое принятие – это шаг к зрелости, когда мы говорим, да, это так, и испытываем боль, и это нормально. И только благодаря этому наша личность становится, мы становимся личностью. До этого мы ребеночки, да, а личностью становимся, когда признаем, что да, это так. Угу. Так, четверочки, да. На уровне ума. Окей, Мил, уже это первый шаг. Так, следующий шаг на уровне эмоций, и следующий шаг, третий шаг на уровне действий, и четвертый шаг на уровне, ну, как бы, что это опустится в бессознательное, это становится уже вашим на самом деле, да? И, значит, то есть у нас люди, которые верят, что вас можно заставить... ну, как бы испытать какую-то эмоцию, чувствовать себя так или иначе. Попробуйте тогда сейчас заставить кого-нибудь, ну, там, я не знаю, порадоваться. Ну, я не знаю, там, может быть, все спят у вас, в чате нас заставьте нас порадоваться. Разве может один человек другого заставить, ну, как бы, ну, сделать так, заставить, да, чтобы тот испытал ту или иную эмоцию? Разве он... хозяин вашим эмоциям? Разве обстоятельства хозяева вашим эмоциям? То есть вы сейчас пишете, что это так. Тогда, ну, сделайте так, чтобы сейчас, ну, мы тут все вот в чате, ну, напишите что-то, чтобы мы все, ну, начали радоваться, испытали эту эмоцию. Или все там выключили свет и начали трястись и бояться. Разве это возможно? То есть каждый выберет, что бы вы ни написали, что бы я сейчас ни сказала, что бы ни происходило в вашей жизни, вы выбираете так себя чувствовать. Ну, в рамках нашего, да, бесплатного, как бы, ну, в смысле, по времени тоже ограниченного, я как бы двигаюсь дальше, да, пока. Хотя бы зародить вас эту мысль, этого будет достаточно, может быть, да. И смотрите. Получается, что, ну ладно, еще парочка фраз на эту тему, что если вам кажется, что если бы мир вокруг изменился, и вы стали бы радоваться и были бы счастливой, ну это не так. То есть если бы у вас не было кредитов, если бы ваш ребенок начал получать пятерки, если бы ваш муж каждый день приносил цветы, если бы тренеры до утра вели бесплатные вебинары, то все было бы замечательно в этой жизни, например, да? То есть и тогда как будто вы хотите, вы бы не страдали, переделать мир, переделать окружающих. И тогда вы сбегаете вместо того, чтобы увидеть, кто на самом деле причиняет как бы вам боль и страдания. Угу. Так как эти эмоции находятся внутри вас, то создаете вы их сами. Вот кто согласен
Кто согласен, что вы сами создаете и выбираете свои эмоции, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Я посмотрю, что вы пишете. Манипуляторы, как удачно на чувствительной живут. Согласна, Ирин, но манипулировать можно только тем, кто готов сманипулироваться. Ребеночком можно сманипулировать, да, то есть взрослым, находящимся, ну вот, в состоянии ребенка, да, то есть когда он не управляет своими эмоциями. Он говорит, ах, он такой манипулятор, он мной сманипулировал. Но вы же, ну, позволили ему это? Это же ваше было решение? Спасибо, спасибо за пятерочки. Прям вот бальзам на мою душу, что не зря я тут с вами полуношничаю. Так, и Галина, я радуюсь от того, что научилась не испытывать обиду. Ну, как бы вот... Верю, может быть, тоже не всегда, да, Галин, но как бы вот все равно верю как-то, вот я вам верю, что, ну, во всяком случае, чаще не испытываете, чем испытываете, или, может быть, испытываете так коротенько, да, как бы, правда, это, ну, хотя, смотрите, я именно про обиду это, если бы Галина сказала про злость, да, то я бы, ну, начала, по-другому бы отвечала Галине. Я про обиду, все услышали? Я не про то, что не надо испытывать каких-то эмоций определенно, да, там, как бы, какую-то часть эмоций, а именно про обиду, потому что оно самое деструктивное чувство. Угу. Окей, движемся дальше. О, дошли наконец-то до упражнений. Смотрите, значит, одно из упражнений... Вот предлагаю вам сделать следующее. Сейчас сначала сидя потренируйтесь чуть-чуть, и потом попрошу вас встать, если вам обстоятельства позволяют. Оно такое, как бы, конечно, по-хорошему его делать еще и голосом, то есть не среди ночи, но насколько получится уже, что называется, почувствуйте разницу. Да? Сначала, смотрите, как бы, просто расслабьтесь, насколько это возможно, опять, в вашем ситуации, в вашем теле, с вашими чувствами, насколько это возможно. И расслабьте свое лицо, мышцы лица, не закрывая глаз. И чуть-чуть, как бы, улыбочку такую, улыбочку он ей кричал, да, как в той песне, как улыбка Будды еще это может называться, да, как бы чуть-чуть улыбочку, то есть когда не, вы вроде как не так прям вот улыбаетесь, а чуть уголки губ к ушам, чуть, этого даже не видно окружающим, но вы знаете, что вы сейчас такой внутренний, как будто больше улыбкой, чем внешний улыбаетесь. И когда я сейчас попрошу вас встать, нужно будет, вот сейчас пока тренируйтесь, вот это вот делайте, держите эту улыбочку, да? Упражнение называется «Зверь и человек», да, «Зверь или человек». Вот вы встанете, это вы, ну вот тот человек, который вы здесь, да? Значит, уже можно это делать, в принципе. Давайте вставать, встаньте, пожалуйста, кому позволяет обстоятельства со своего места. Что мне может быть, я не знаю, как это, насколько будет, ну, насколько это будет в камеру вот видно. Так, а как мне? Ну, давайте я пока без... А, я отойду и буду повиднее, я вас отвечать не вижу, наверное, повиднее будет. Смотрите, значит, вы, это вы. Я буду говорить, что... А сейчас станьте зверем. Что имеется в виду? Да, вот вы должны сделать шаг вперед. И проявить, как бы внешне показать вот все свои негативные эмоции. Это, да? То есть, что сейчас вы зверь, как-то оскал какой-то звериный, там, когти выпустить, да, что там сделать, какую-то позу такую принять, вот все ваши раздирающие вас эмоции, потому что все-таки раздражение на себя, это, ну, как бы малая часть гнева и зверства, но все-таки это такое уже, да, чувство, у нас какая была эмоция, обида, да, на кого-то, это фактически это завуалированное, да, завуалированный гнев. То есть вот показать вот эту эмоцию, что вы можете быть такой, что это тоже вы. Потом я говорю, опять становитесь человеком, вы шагаете на свое место, и тоже расслабляетесь сразу, да, расслабляетесь улыбочку, опять чуть-чуть прям на губах, да. Практически не видно, но вы знаете, что вы расслабили свои лица.
что сейчас вот все доброе, да, все вечное, светлое и чистое вас сейчас вот прямо на поверхность. Опять зверь, опять, может быть, еще больше проявить как бы вот этих своих эмоций во внешнем вот облике своем, да, если обстоятельства позволяют, ну, хотя бы поскрежетать зубами, да, и если обстоятельства позволяют, хотя бы как бы вот, ну, какие-то возгласы. Угу. Давайте. Итак, сейчас встаньте. Я потом скажу, зачем. Если вы начнете сейчас интеллектуализировать, это защита. Одно дело, что вы можете сказать, что обстоятельства не позволяют, ну, как бы, тоже фактически ваш выбор, да. А другое, что вы начинаете тоже как бы говорить, что зачем это надо, да это не поможет, да дурацкое упражнение. Психолог, вообще дурацкие упражнения, если вы знаете. Да, очень часто я это слышу, какие дурацкие упражнения. Вот. Значит, делаете шаг вперед, становитесь собой, становитесь человеком. И улыбочку, чуть-чуть, улыбка будет. Угу. И делаете шаг вперед и становитесь зверем. Насколько вам удается проявить то те эмоции, которые, пусть не сейчас, которые в принципе у вас бывают, да, сильные эмоции, которые всю жизнь были подавлены, может быть, да, которые вы никогда не высказывали, вот Галина нам выписали, да, что очень трудно как бы высказывать эмоции, проявлять эмоции свои, которые никогда не проявляли, столько в вас обид, столько накопленных переживаний, столько внутренних болей, да, и снова назад. Снова вы человек, снова вы становитесь собой, с человеческим лицом. Угу. Чуть улыбнулись. И снова вперед. И снова вы зверь. И стояли несколько секунд, как бы тело, ноги, может быть, пошире как-то там, да, как-то сжать наоборот кулаки. То есть это я сказала когда-то, а так как угодно вы как бы вот показываете все свое, что вы способны, как бы, ну вот, что бывает так. А сейчас я объясню, когда вы еще станете опять человеком, возвращайтесь в себя, приходите в себя и возвращайтесь к нашему чату. Если кто-то делал, напишите, пожалуйста, плюсики, поставьте, пожалуйста, плюсики, да. И сейчас я объясню, для чего я просила вас сделать это упражнение. Вообще упражнение как бы очень энергоемкое такое, да, и вы это делаете для того, чтобы, ну, принять, чтобы уже второй шаг, вот первый, второй шаг, я считаю, те шаги, которые мы с вами прописали, как бы, да, мы проделываем сегодня с вами на вебинаре, а третий шаг уже как бы в мастер-классе, который я буду предлагать, да, а вот для принятия важно осознать, чтобы я могла это принять, хоть что, что у меня грязно, опять же, да, что я должна это осознать. Если я принимаю, что у меня волосы седые, да, а я этого не хочу, то я иду их крашу. А если я пока не принимаю, что они седые, то я еще и не крашу, да, хотя они, ну, как бы, ну, так вот. То есть, и так далее, то есть, этап принятия очень важен. И вот, вот это упражнение позволяет вам увидеть. Угу. Евгения, вот прям спасибо вам большое, что написали про голову, про свою, сейчас я отвечу. Спасибо всем, кто делал, да. Что еще сейчас, Мил и Марина, тогда напишите, пожалуйста, что вы чувствуете сейчас после того, как проделали. Евгений, пока отвечаю, что все-таки вы, ну, не полностью проявились, да, вот именно в гневе, именно в этой своей части, в этой теневой, да, то есть по-научному это теневая наша часть, она есть в каждом из нас, и вовсе не обязательно ее сплошь и рядом, везде и всем показывать свои зубы. Задача, чтобы вы про это знали, что вы такая, что иногда вы можете быть такой. Иначе вы можете убегать от себя дальше и дальше, и болеть все больше и больше. И это не говоря, опять же, про лишний вес, про какие-то еще вещи, про психосоматические болезни, это досрочные смерти. В общем-то, да, конце по концу. Так,
Добавилось энергетики. Галин, спасибо тоже за замечание. Я думаю, что те, кто, вот Евгений, подтвердите, и Галина, я не знаю, насколько это с вами, ну, действительно так, что если разболелось и чувство у вас не очень, то это означает, что вы, ну, как бы не полностью вжились, или у вас столько злости, ну, как бы агрессии, да, что... В гипертониках, это вы писали про гипертонию, Евгения, вы писали? Да, по-моему, вы писали. У гипертоников, как бы говорим, все-таки больше всех агрессии, но она очень сильно подавлена, поэтому голова вот так вот, поэтому сосуды как бы скачут, да, они не понимают, за кем им двигаться, за эмоциями, которых доктор меня все раздражает, да, или за, или за мыслями, что надо быть приличной и хорошей девочкой. Значит, добавилась энергетики, это похоже, что Галин как бы вы, ну, как бы сделали с чувством, с толком, с расстановкой. Классное упражнение, когда делала улыбку, это та я, когда хожу с маской и показываю все, да, с маской, я уже просто не углубляюсь ни в какие слова, как бы, а внутри мне плохо, да. Когда становлюсь с маской зверя, хорошо, прямо выход, да, да. Спасибо, Галина, за комментарий. Окей, остальные, может быть, не делали, но еще достаточно у нас людей, которые не спят, но в конце я вам как бы обещала, да, все равно будет еще одно упражнение. Угу. Итак, все-таки, как бы, после упражнения, я сказала, для чего оно, И кто из вас хотел бы управлять своими эмоциями и избавляться от психосоматических заболеваний, да? То есть к психосоматозам классическим, да, напишите «я», напишите, пожалуйста, «я». Те, кто готов избавляться от психосоматических заболеваний, но не от эмоций, да, а с эмоциями дружить, принимать, признавать и проживать. Угу. А проживать, еще раз я обещала, да, чуть-чуть остановиться как бы на проживать. Это в тему, что если вы эмоцию не проживаете, то вы ее не возвращаете в свою жизнь. А мой сегодняшний вам, ну, как бы, ну, вот смысл всего, что я сказала, если в двух словах сказать, что задача вернуть для того, чтобы быть здоровыми, вот коротко, основная мысль моего сегодняшнего выступления, да, вернуть эмоции в свою жизнь. Им не место на затворках. Это ваша часть, это вы от себя отказываетесь, отказываясь от эмоций, отказываетесь от себя. Как так с собой можно поступать, да? То есть и тогда это депрессии в том числе, да, и тогда это кроме психосоматических заболеваний различные нервные заболевания. И смотрите, когда люди переходят с депрессиями, я сказала, что почти чувства вины не коснусь, но вот два слова скажу, в большинстве случаев чувства вины, в большинстве, ну не всегда, не всегда, но в 90% чувства вины. Значит, и, ну и обиды тоже как бы накоплены могут быть. И в наши дни очень много таких людей, которые страдают от хронических депрессий, живут просто с чувством вины, живут в обидах. Они другой жизни слаще морковки ничего не видели, то есть другой жизни себе не представляют. Да? И всегда те, которые с чувством вины, они считают, что всегда что-то не так, что-то они не доделали, что-то они не досказали, что-то они пересказали лишнего и так далее, и так далее. Да, вечно как бы всем должны, вечно извиняются и не прощают себя, не прощают каких-то своих ошибок, да. Ошибка – это тоже норма жизни, да, наша, потому что нет людей без ошибок. Окей, отлично, то есть часть людей у нас хочет, и вы уже повсеменно заявились этим своим высказыванием, что вы 4 даже, да, Евгений из психосоматики, ну наш клиент, с первых слов было видно, да. Так, давно увлекался психосоматикой, очень помогает в жизни. Угу. И онкология может быть. Ну, онкология не может быть, а однозначно это сейчас уже не спорит, но классическая, это классическая семерка психосоматоза, да? Вы писали о варикозе, это тоже, конечно, как бы, ну, сюда там относятся различные, как бы, вообще быстрая утомляемость, да,
вторичное бесплодие у женщин обязательно всегда, бессонница, одышка, вот, болезни суставов позвоночника. То есть ну, это все всегда. Но классика, она вот, вот такая. Угу. И... Смотрите, это, да, одно из тоже высказываний клиенток, что про ожидания, да, про то, как одна из наших детских, одно из детских чувств – это разочарованность, и, соответственно, оно большей частью рождается из ожиданий. Что я ждала, что вы все сегодня у меня приобретете мой мастер-класс, вот ожидала я этого, а вы вот не приобретете. И буду расстраиваться, да, тогда у меня разочарование. То есть если мы ничего не ждем, любое событие идем, ну, как бы открыто, да, к жизни открыто, что ну как будет, так и буду это проживать и переживать и двигаться дальше. И так в этом зрелость эмоций, да, в этом управление собой и своей жизнью, да, в этом, что нет, ребята, октябрята, вы меня, как бы, ну, вы мною не сманипулируете, например, да, Ир, или вы меня там, как бы, ну, не заставите вот так-то себя чувствовать, или вы там еще что-то это, еще со мной, нет-нет, то есть я решу, как это будет. Так вот, про ожидания и про, соответственно, такое переживание, как... разочарование, да, вот клиентка пишет о том, что как бы, вот, да, даже такие вот чудеса бывают, как тут написано. Угу. Так, окей, движемся с вами дальше. Да, это я в подтверждение, что не только я так думаю, что Эрхард, высказывание Эрхарда Вернера, единственный способ от чего-то избавиться, позволить этому быть, это означает обнаружить. Мы сейчас про эмоции конкретно, да, что это и где это, а затем наблюдать это, прикасаться к этому, не делать усилий это изменить. Полное переживание вещей ведет к их исчезновению. Это вот по поводу того, я сказала, что я добавлю еще про то, как проживать, да, про то, как проживать, хотя подробно это будет на мастер-классе, который я вам вот таки скоро уже буду предлагать. Смотрите, то есть единственный способ уйти от обиды, единственный способ уйти от агрессии собственной, да? Единственный способ уйти от, там, какие вам нравятся в себе эмоции, как бы это прожить это. А как это делать? Это позволить принять это, да? Позволить этому быть и затем наблюдать, прикасаться к этому, то есть, как я вам говорила, в течение дня за этим поглядывать, да, не делать усилия это изменить, избежать, быстренько выплеснуть. Ай-яй-яй, люди же не переваривают как бы свои эмоции, и тогда это непереваренное выплескивается, да, и тогда это, ну, и что хорошего, ничего, как бы, то есть, не одно несварение, другое несварение, третье несварение, или не переваривают так, что не выплескиваются. И тогда тоже как бы ничего хорошего. А вот таким образом. Вот попонятнее ли сейчас стало, как надо проживать вот после этого высказывания? Поставьте, пожалуйста, троечки, если стало понятнее. Не очень видать, да? Не очень по проживанию. Хочу, чтобы очень, хоть и времени у меня уже... Так, хорошо, хотя бы одно, несколько троечек есть, все, тогда движемся дальше. Значит, как со страхом? Так же проживать, да, Евгений? Так же проживать и... Проживать. Почему его не... Чем он отличается от других эмоций? Угу. Так, значит, так. Смотрите, про что упражнение. Которые я сказала, что дам в конце, кто досидится до конца. Вот это ваши эмоции, да? Этот круг как бы символизирует ваши эмоции. И теперь все-таки, если у нас осталось, может быть, нам, кстати, не придется делать упражнение, потому как вы решите, что, как сказать, что уже как бы, то есть вы все уже сегодня проработали без этого упражнения. Смотрите. А все-таки есть ли среди вас те, кто хочет избавиться от какой-то эмоции? Скажите, пожалуйста.
есть ли среди вас те, кто хочет избавиться от какой-либо эмоции, причем раз и навсегда. Если есть, скажите, обнаружьте в чате. Есть. Так. Евгений, от какой? Еще кто есть? А то с одной Евгенией что-то неинтересно делать упражнение. Есть еще. Хорошо. Смотрите, и тогда вы рисуете круг, да, вот все, кто есть, рисуете круг. Тогда еще не до конца мы с вами проработали однозначно за 2 часа. А, значит, рисуете круг и выберите ту эмоцию, которую вы хотите больше никогда не испытывать. Для себя назовите, можете в чат. Можете в чат, но не столь как бы обязательно, если там как-то в секрете хотите держать. И в этом круге заштрихуйте сектор, который эта эмоция занимает в вашей жизни. Ну, например, вот как какой-то цвет, песочный цвет, да, или вот голубой, большой она занимает часть вашей жизни. Заштрихуйте это. У меня не заштриховано, а вы вот выберите просто по размеру тот сектор, который эта эмоция занимает в вашей жизни. До обеда, как это? До обеда с голодом, после обеда со сном боремся всегда, да? Значит, берете и заштриховываете. Заштриховали? Поставьте плюсик, если заштриховали. Хорошо. Теперь, есть ли другая эмоция, которую вы тоже не хотели бы испытать? Есть ли еще какая-то? Если да, то тоже выберите сектор. Может быть, она намного будет меньше предыдущей, да, совсем узенький. И тоже заштрихуйте. Угу, хорошо. Значит, хорошо. Вижу, чувство вины написала Татьяна. Значит, дальше. Берете следующий сектор. Если еще есть какая-то эмоция, о которой вы думаете, что она вам мешает в вашей жизни, что вот не было бы этой фигни, и зажили бы вы долго и счастливо, тоже заштрихуйте. Вот и сейчас вопрос, что если есть еще, то поставьте, пожалуйста, 6, что еще есть какие-то у некоторых эмоции, и я не все тут, вот я, по-моему, 3 раза, да, или 4 раза вам сказала, что заштрихуйте, 3 или 4 сектора у вас уже есть, и подпишите, какой сектор, про какие эмоции речь. Угу. Галина еще хочет от каких-то избавиться, так, еще хочет от каких-то избавиться. Тогда для Галины, для тех, кто хочет еще избавиться, еще раз это можно сделать. И Галина только, да? Хорошо. Хорошо, что только Галина. И смотрите теперь примерно, ну, если опять же, да, вот так, если бы было у нас, то это половина, да? Какая часть круга получилась у вас заштрихованной? Сомнение, то есть, ну, нет, вольному воле. Вы можете вообще от всего как бы повычеркивать, да? Вообще сомнение, это вот в тех правилах, о которых я как бы сказала, что к своему дню рождения написала там списочек ВКонтакте, то одно из правил, что как бы сомневаться. Да, уверенность уверенности, но сомнение это как раз из серии, что у меня есть такая иллюзия. То есть не сомневающиеся наделали очень много бед, я думаю, для всего мира в целом. Так, какую часть занимает? Какую часть заштрихованная занимает от вашего общего круга? Половину, 1/4, 1/3. Сколько, ну, или в процентах напишите. Пусть в процентах, если трудно как бы написать вот половину и в частях, то сколько процентов? 50% круга заштриховали, 25% круга, 75%. 1/4. Так. Угу. Еще у кого какие получились результаты? От чего, как бы, от какой части своих эмоций хотите освободиться? Угу. Угу. Евгения весь. Угу. Евгения, я вас знаю? А нет, наверное, нет, не знаю. Я другую Евгению не знаю, потому что я на страну сейчас посмотрела. Нет, не знаю вас. Угу.
Так, Ирина, не понимаю. 40%, 50%. Вы что, все переключились на английский? Галина теперь пошла. Так, от всех. Тоже от всех, ага. 50, 60, слушайте, ну большие очень цифры, да, вот смотрите. То есть этот круг – это ваш эмоциональный мир, да, как я вам сказала. И вы хотите раз и навсегда избавиться от какой-то части своего эмоционального мира. Но как это устроено? То есть чем больше эмоций вы вычеркиваете, тем меньше становится ваш круг, да, оставляете очень немного. Вот Евгения так вообще все хочет вычеркнуть. И в жизни вот происходит таким образом, что когда вы вычеркиваете, ну, как бы, не знаю, к счастью это или к сожалению, избавляетесь от части своей эмоции, хотите избавиться и делаете все возможное и невозможное, чтобы избавиться, то вы избавляетесь и от других эмоций. Евгения, вот для вас сейчас говорю, да, что вы, что... Во всех сферах, что не радуетесь жизни, да, что нечем радоваться. И здесь я вижу, что вы от всех хотите избавиться. А чем тогда? То есть полный круг вы хотите вычеркнуть. А чем тогда вы собираетесь жить-то? Какими эмоциями? Человек без эмоций – это не человек. Даже без памяти – это человек. Даже как бы отними у него какие-то другие психические процессы. Ну, как-то он будет жить. А без эмоций, ну, он правда превратится в животное. Да, то есть нет эмоций, нет человека. А вы хотите избавиться некоторые от 40, от 60, ну, некоторые от 1/4, там, от 25%, да, Евгения, от всех своих эмоций. То есть подавляя, избавляясь, это подавляя одну свою эмоцию, вы избавляетесь от всех. И тогда со временем порог эмоциональной чувствительности становится все выше, то есть вас уже трудно у вас вызвать эмоции. Сильные эмоции, вы как бы все больше надо усилить, чтобы у вас появлялись какие-то эмоции. Я понятно говорю, что избавляясь от части эмоций, вы избавляетесь и от остальных тоже. То есть теряя часть эмоций, теряется ощущение полноты жизни. Классический у нас с вами пример, благо сегодня есть это Евгения, что от всех эмоций хотите избавиться, Евгения, и вначале вы нам написали, повторюсь, что нечем радоваться, не умею радоваться, и нет удовольствия от жизни. То есть почему стали так модны в последнее время экстремальные виды спорта, да? Там как бы прыжки с тарзанкой, там вниз головой, как это, забыла, как это называется, вот с моста-то, вот в случае я была недавно, ну не только там есть, но, по-моему, там самый висячий мост такой подвесной, да, и вниз головой тебя за 15 тысяч, там по этому мосту-то страшно идти, он под, как бы подвесной между горами, а и тебя еще вниз головой кинут за 15 тысяч, ну, может даже вернуть, если все нормально. Вот, то есть, чтобы ощутить человеку прежнюю остроту эмоций, он не может радоваться, правда. Требуются все яркие и яркие тогда события, потому что он отказался от предыдущих, ну, как бы, от каких-то других своих эмоций. Эмоции, Ирина, конечно, уныние эмоции. Угу. Часть себя заполнить радостью. А вот так не бывает, Татьяна. Только тот путь, который мы с вами обсуждали, а не через отказ. Не бывает. Ирин, не бывает так, что, ну нет, без ныне я не говорю, что давайте злиться. И вот я как-то еще раз хочу достучаться, может быть, я не очень понятно объясняю, что я не за то, что давайте, как это, унывать. Да, вообще, это кто меня знает, как бы это мне совершенно не присуще. Я не за то, что давайте злиться. Я не за то, что давайте печалиться и обижаться. Я за то, чтобы быть настоящим. Я за то, что если такие эти чувства у вас есть, если они уже пошли, постепенно работать над тем, чтобы действительно как бы и уныние, и агрессию свою прорабатывать все меньше и меньше. Тогда мы говорим про принятие, что я принимаю. Мне хоть поставь, хоть положи, и это нормально, и это классно, и это пусть будет так, так, нет, 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 да, да. То есть по-всякому мне хорошо. Но так как мы еще с вами до этого не доросли, то у нас есть эмоции. И тогда лучше ими управлять, чтобы тело не разрушалось, а не избавляться от них.
Кто вот это понял, еще одна из моих главных мыслей на сегодняшнем вебинаре, поставьте, пожалуйста, семерочки. Я пока почитаю. Мне будет понятно, что понятно ли я вам объясняю. Если нет, переспросите меня, пожалуйста. Так, тренинги по омоложению. Нет, Софья. Тренинги по омоложению, не про так помолодели. Софья, да, здравствуйте, Софья. Софья, да? Ну, не знаю, благодаря дружбе со своими эмоциями, я так думаю. Спасибо вам. Нет, не провожу. Так, у меня три эмоции только занимаю. А, три эмоции занимаю. Евгения, неважно сколько. Понимаете, что это, а раз они всю вашу жизнь как бы включают, то вы отказываетесь от своей полноты жизни, отказываетесь от качества жизни. Сейчас в круге только эмоции проблемы, а потом, избавившись от них, создать эмоции радости, удовлетворения, и будет жизнь в норме. Смотрите, то есть избавляться можно от болезни, и то через принятие. Если вы не принимаете свою болезнь, вы тоже не сможете от нее избавиться. И никто и ничто вам не поможет, да, если вы как бы остаетесь при этом. А от эмоций избавляться, повторюсь, это от части себя избавляться. Но если вы остаетесь при своем, я не буду вас переубеждать почти на 2,5 часах нашей совместной жизни. Больше, чем 2,5 часа, не буду вас переубеждать. Прекращаю переубеждать. Мне кажется, что депрессия бывает от безделья и лени. Смотрите, как бы очень часто в последнее время, да, Галин, мамы великовозрастных детей обращаются, что их дети, вот как вы не скажете, бездельничают и ленятся, и, соответственно, как бы вот, что бы такое с ними сделать. Но когда по правде смотришь, то есть это вполне, очень часто это как раз депрессия, и тогда это надо лечить. Депрессия, это ну, как бы с этим что-то надо делать. Это не просто, и заставлениями, ты не бездельничай, ты не лежи, ты что вот это не сделал опять, а у него нет энергии. Ему, как Евгений, нечем радоваться, и не будет чем радоваться, пока он, ну, в таких состояниях уже однозначно нужен какой-то, ну, проводник, с кем он как бы пойдет на выход, да, из этого состояния. Так, все равно понятно, хорошо. Семерочки, если увидела. Так. Здесь сейчас в круге. Так, все дальше. Кажется, что так, дальше. Галина, депрессия, психотравм. Татьяна, вы замечательный мастер. Все понятно. Ага, спасибо. Я училась, Татьяна, коучинговой группе, очень интересно, реально меняет жизнь к лучшему. Спасибо, Софья. Так, ага, значит, мы движемся по слайдам дальше. Наверное, дальше все-таки я уже наконец-то предложу вам мастер-класс. Мастер-класс, правда, это один из любимых мастер-классов моих клиентов, да, и, конечно, и мой, потому что он... Сначала программу скажу, потом, что вы получите, как бы, да, попозже скажу. Потому что он, вот, на мой взгляд, действительно дает какие-то глубинные вещи вот изнутри, да. То есть все остальное, вот любые, вот мои же программы, да, как бы это, если не знать базы, если не знать основы, да, это вы как будто не проходили математику, а сразу высшие, ну, я не знаю, правда, честно говоря, высшие базируются на обычной нашей или нет. Ну, вот вы пропустили первые уроки там английского, немецкого, вот это мне просто знакомо. Я ходила, по-моему, три четверти в немецкую школу в пятом классе, а в четвертой четверти пришла в английскую, как-то тайком, не знаю, как я как бы, то есть, а там не было, то есть там не было немецкого языка в этой школе. И когда меня уже приняли, привели в класс, и оказалось, что только английский. И мне надо было за четверть догнать весь год. Да? Это я про что? Что если, это трудно, что если базы нет, то было мне трудно догонять. Ну, правда, у меня в английском был 5. Вот, и смотрите, если вы каких-то базовых вещей не проходите вот, по хозяйствованию собой, да, по хозяйствованию своей жизни, по хозяйствованию своими эмоциями,
по управлению как бы тем, что вы впускаете в свою жизнь благодаря своим эмоциям. Да? Если вы этого не проходите, то все остальное – это поверхность. Можно пройти другие какие-то тренинги, но это базово. То есть я когда думала, на чем остановиться, какой продукт вам предложить, вообще с какой темой выступать, решила, так как я сочла, что все-таки будет больше будет людей, которые меня не знают, чем меня знают, да, именно здесь вот на аудитории, повторюсь, Галина и Людмила, я первый раз выступаю, поэтому думаю, будет много новеньких, и вот познакомиться, ну, в целом, что мне хотелось бы, чтобы каждый знал и воплощал, и применял, да? То есть там будет очень такой глубинный, детальный... Угу. Ладно, Татьяна, спасибо. Значит, там будет глубинный, детальный тест, да? Я Ирина, пропустила еще что-то. Так, а как же шкала эмоций? Рекомендует вытаскивать. Это не значит не принимать. Это не значит, как страус в песок, Татьяна, я отказываюсь от этого. Я хочу, чтобы этого не было. Для меня это я хочу, чтобы этого не было. Это я отказываюсь. Я понятно это сейчас говорю? То есть это не значит, что вытаскивать. Я же не говорю, что не надо себя вытаскивать. Да? Но вытаскивание возможно. Только после того, как вы приняли, что у вас это есть. А приняли, это на весь круг, на свой любуетесь, да, сижу, любуюсь, а во что же я обуюсь. То есть сидите и смотрите, что да, у меня и это. И не вычеркивайте это из своей жизни. Вытаскивать это не значит вычеркивать. Татьяна, я понятно объяснила? Ага, окей. Так, в детстве, если в детстве заложена не любовь к себе, что ли она появится? Хороший вопрос, да, как бы, Ирин, что на самом деле не просто. Вот я думаю, что у меня-то однозначно не любви-то было выше крыши, но сейчас прям вот Софья сказала комплимент, да, и я даже не стала говорить, что ой, нет, да это просто случайно, да, я тут вот глазки покрасила, это поэтому так или еще что-то. То есть я спокойно уже принимаю комплименты, это как показатель, как бы любви к себе в том числе, да, и так далее. То есть, и я далеко не пример в том плане, что можно гораздо быстрыми темпами идти, если вы, ну, как бы все равно точки А у нас могут быть разные, да, то есть я повзрослела в своем физическом возрасте, как бы, да, отставая там в эмоциональном, и вы, это может быть по-разному, поэтому вы, может быть, пойдете быстрее. Что это... не скажу, что этому, наверное, надо как бы всю оставшуюся, эта задачка будет на всю оставшуюся жизнь. Вот если честно, то это задачка на всю оставшуюся жизнь, потому что нет предела, да, то есть еще можно лучше, еще больше, еще до такой степени к себе хорошо относиться, что когда на самом деле вы становитесь важнее любых отношений, да, важнее любого партнера, и это нормально, важнее как бы всего, что вы самый для себя дорогой человек. И это, ну, как бы, и это с этим очень приятно жить, правда. И тогда эмоции другие, да, то есть здесь можно с разных концов заступать. Кстати, вот в мастер-классе в этом программе, тут написано, да, на любовь к себе упражнение, как бы, да, там есть непременно, потому что этот мастер-класс направлен как раз на... Вот управление эмоциями, а эмоции – это что? Это я. Эмоция и я – это одно и то же. Да? То есть мы состоим… Это, я бы даже… Многие перефразируют фразу, и там получается, вы – это то, что вы едите, вы – это то, что вы там думаете. Вы, то есть это, я даже с этим согласна. Но ближе мне, что вы – это то, что вы чувствуете. Потому что думки у нас… Сегодня так, завтра по-другому. Сегодня я про него думала. Ой, ну хорошо, молодец, не провинился сегодня, хороший подарочек мне подарил. А завтра уже думаю, тот же подарочек, тот же мужчина, типа та же я. А завтра думаю, нет, маловато будет, да, вон там кому-то что-то, какой-то подарочек подарили побольше, а мне что-то уже про это по-другому думать, да. То есть думки, они такие как бы, то есть голова это от лукавого.
А вот как кто писал, Татьяна Дынь, что про душу и сердце, да, что слышит свое сердце. И а душой когда? Когда эмоции? Это все-таки, ну, больше про, вот, как раз про любовь к себе, да, про отношения с собой, про то, что вы, это то, что вы чувствуете. Вот это не чувство вам не врет. Вот оно не может соврать. Или есть такое чувство, или его нет. Любовь, ну, можем мы говорить, что ой-ой-ой, я тебя люблю, поиграть, или, как Галина пишет, да, побыть в масках, еще какие-то. Но приятно, опять же, как Галина пишет, когда я настоящий, и когда я проявила настоящие эмоции. И тогда я на самом деле, ну, я это то, что я чувствую. Да? Про любовь к себе я, ну, как позволяет мне время, ответила, да, Ирина. Ага. Важнее своих детей. Ну, Софья, по-хорошему, да, тем более, что я, ну, наверное, неоднократно уже тоже на своих, ну, вебинарах как бы говорила, да, что, может быть, в платных курсах не помню, но на вебинарах, мне кажется, тоже, что есть три типа матерей: те, которые могут любить своих детей и умеют, любят своих детей и умеют это делать, те, которые любят своих детей, но не умеют этого делать, и те, которые не любят своих детей, не скрывают этого, да. И если вы относитесь ко второй категории, то есть любите своих детей, но не умеете этого делать, я не про Софью сейчас, про всех, то на самом деле дети будут у вас как будто бы на первом. По факту вы им показываете: детки, а вот как надо себя любить. Видите, я же себя не люблю, я же вас люблю больше. И тогда вы себя... А они что впитывают? Как бы вы им на словах ни говорили, что люби себя, это правильно. А они будут с вас же считывать, да, и, соответственно, брать как бы с вас, ну, пример, да, то есть впитываем с молоком матери, как надо к себе относиться. И если она говорит: ой, ты важнее, я фигня на постном масле. И тогда он вырастает с ощущением, что он фигня на постном масле для себя должен быть, потому что мама так же. Понятно, я объясню. Я двигаюсь дальше по своему мастер-классу. Значит, там вот, да, как бы глубинный тест, да, который говорит вам о вашем психологическом возрасте. Я сегодня специально прям вот ничего про это молчала, себе не говорила, в том плане, что на самом деле, если бы я начала говорить, я бы не смогла сказать. Все болезни наши, да, которые есть в психосоматике, особенно это наш возраст 5-10 лет, психологический возраст. Да. Вот в этом тесте, как бы пройдя его и узнав этот возраст, вы определите, с чего начинать вообще в этой жизни. Да, менять что-либо, как бы эмоции, здоровье, вот эти направления я имею в виду, не в целом пока. Потому что за один мастер-класс я вам не гарантирую, что всю свою жизнь прям-таки перемените. Но как фундамент, повторюсь, да, что если вы осознаете, что вам, вы, оказывается, девчоночка с таких-то лет или мальчушонка, да, что вам сначала надо на следующую ступеньку перейти, а потом на следующую. То есть вот про это я, определитесь, с чего начать, как двигаться, да, куда, в каком направлении. Что, уверяю вас, что будет знакомство с неожиданной для вас себя стороны. Вот про это я говорю, что знакомство с собой с неожиданной стороны. И упражнения, да, там 10 упражнений, да, я не стала все здесь описывать, это все будет. И для участников вебинара будут отдельно, там у меня просто не с чем, не с упражнения, я сегодня посмотрела, что я могла бы дать как бы бонусом к этим мастер-классам, да. А я, кстати, посмотрю, щелкну на ссылку, которую... Угу. Смотрите, вы дали... Татьяна, дайте вторую ссылочку. То есть две ссылки, как бы, да? Потому что два продукта... Мастер... А, вот дальше, да? Ага, извините. Я не прокрутила, значит, или сейчас там... Значит, для любого пакета, это два пакета фактически, да, не два продукта, а два пакета. То есть в одном пакете это вместе с продуктом в придачу вы берете меня на 2 недели в личное пользование, и как бы моя личная консультация, которую вы можете увидеть у меня в магазине на сайте, да, стоит
не скажу сколько, чтобы не пугать. Вот, значит, здесь вы меня забираете совместно с моим сопровождением двухнедельным, ну, на мой взгляд, как бы недорого, да? Хорошо, хорошо, нет, всего вам доброго. Значит, если вам интересно, кому интересно про мастер-класс, да, вы можете остаться, остальные напишите, кстати, да, тогда свои, если вам правда дальше уже не интересно, напишите свои, ну, как сказать, свои выводы, что ли, да, вот с чем я вас отпускаю, потом я продолжу тогда по мастер-классу и по тому, как это можно сделать, я еще тут, ага, Мила еще не прощается с нами, хорошо, на самом деле, насколько был полезен вебинар, насколько был полезен и, ну, может быть, по десятибалльной системе, слушает мастер-класс, хорошо, Мила, ага, Татьяна слушала нас, хорошо. Может быть, еще кому-то был, Галине. Хорошо, спасибо. Если есть какие-то, ну, как бы, то, что вы получили конкретно, да, в соответствии с вашими пожеланиями, помните, я в середине где-то, ближе к, в начале где-то ближе к середине спросила, что бы вы хотели к концу, то и вы писали некоторые из вас, получили ли вы это. Хочу стать хозяйкой сайта, молодцы, хорошо. И бонусы будут, дам еще два упражнения. Нет кавычек, что за фигня? Да, упражнение «Генеральная уборка души» и «Позволь себе переживать». Да, то есть два упражнения. Да, хоть в том, хоть в другом пакете. Дальше, что у нас еще здесь есть? Что, а, есть то, что у вас есть выбор. Да, вы можете, в принципе, ну, как бы, на самом деле, не приобретать. И это нормально, да, то есть каждому свое в этой жизни, да, и вы можете выбрать, ну, как бы, ну, дальше, ну, когда-нибудь вы все равно дозреете, что надо с этим что-то делать, да. Вы можете взять мастер-класс в записи, это один из пакетов, просто вот в записи, и сами с ним прорабатывать. В принципе, мне кажется, там достаточно все понятно, но все-таки, если вы возьмете с моим двухнедельным сопровождением, вы можете мне задавать любые вопросы по вашим, как бы, состояниям, по вашим проблемам на этот момент, по проработке мастер-класса, по упражнению из мастер-класса. Вы даете мне, как бы, как вы сделали эти упражнения, описание, я вам даю на них обратную связь, да, то есть вы все время, мы все время с вами на связи эти две недели. Но так как, и так как мой опыт все-таки позволяет, да, уже фактически на самом деле, ну, достаточно быстро включаться в клиента, осознавать, чувствовать, как бы, да, потом осознавать, что для него важнее и нужнее в этот момент, я могу даже там вам что-то, ну, изменить как-то, что, на чем-то сделать акцент, то есть там масса вариантов, как я могу вам, ну, быть полезной, скажем так. Смотрите, то есть я не против второго пакета, если вы умеете самостоятельно, ну, работать, да, ну, вот как Евгения, например, писала, что если брать, то однозначно тогда, ну, не второй, например, а именно с моим сопровождением. И, то есть, я как-то, ну, уже научилась, правда, вот точечно вот, определять, что нужно этому человеку, да. И если, еще здесь какой момент, что если вы начинаете сами, вот это из моей практики, да, это теория, подтвержденная моей практикой, что если человек начинает сам прорабатывать свои проблемы, вот в принципе, как Евгения, наверное, вы нам писали, вот про это же то, что я сейчас хочу сказать, что очень часто он усугубляет свою ситуацию, это правда так. Никакая это не реклама, никакие, я это вообще как бы, трудно мне это дается, все реклама, а вот то, что на самом деле он начинает, знаете, как испорченный телефон. То есть каждый из нас же вот берет из книг, из вебинаров, да, если без еще более глубинного прояснения, без подталкивания, без ведения вот этого. Вот, то есть каждый берет, находясь в той проблеме, в которой мы находимся. Если у меня проблемное мышление, проблемные убеждения на данный момент, проблемные эмоции, и я это как-то понимаю, ага, как-то вложила это в себя, и как-то начинаю самостоятельно, неважно, из книги, там, из вебинара, начинаю самостоятельно это все переваривать и
ну, перевирать, да, как испорченный телефон получается. То есть не специально, просто так вот получается. То есть жизненные затруднения начинают вырастать в проблемы тогда у человека. Вот это я наблюдала на самом деле. То есть его шаги не позволяют ему выйти из как бы его ситуации. Часто так. Некоторым это удается, но часто так. Повторюсь, да? И дальше, что у вас есть как бы... Ага, Галин, сейчас посмотрю. Живые, ну, пока в своем городе, так для всех не проводила, как бы, для интернет-клиентов, да, чтобы собрать всех куда-то поехать. Ну, как-то организационно мне это сложно. Если бы кто-то за организацию взялся, я бы провела. По темам-то я, ну, мне нравится, как бы, работать. Я думаю, по мне это видно. Так, поняла, что... Ага, это вот результаты вижу. Поняла, Ир, что запрещенные эмоции мы не умеем проживать. Так. Софья, вживую вы имеете в виду все равно в интернете, как бы. Все равно вживую в интернете, да? Ну, мы с вами встречались в интернете вживую. Угу. Спасибо за вебинар. Помогли сегодня лучше понять себя. 10 баллов, к сожалению, у нас... Да. Спокойной ночи, Галин. Спокойной ночи, хорошо. А, точно так есть, только хуже можно сделать. Ага, вот Мила согласна еще с этим, да? Угу. Как проходит сопровождение или что, да? Как почему-то здесь скобочка не туда, в смысле, ага. Как проходит сопровождение? Мне кажется, я, ну, так относительно сказала, но могу еще тогда добавить, что... Для того, чтобы вы не по кругу проблем, и чтобы не самостоятельно, не знаю куда, вы можете меня в течение... А, сопровождение, вы, может быть, да, технологии этого, да? То есть мы с вами добавляемся в скайпе. Если нас будет, ну, сколько будет человек, можем один чат создать, плюс индивидуально, да? И в течение, по крайней мере, чат потом останется, вы однозначно, кто хоть раз стал моим клиентами, как бы, да, они остаются в моих чатах, я там подбрасываю иногда какие-то вещи, которые я всем не посылаю, а вот понимаю, что эта категория поймет, я делаю такие вбрасывания иногда. Вот, и мы с вами общаемся, то есть вы прошли кусочек, например, да, или как бы проходите, половину прошли. То есть сначала, по крайней мере, вот этот тест, там такой длительный тест, она же теория. Как бы, с одной стороны теория, с другой это тест. Я не могу назвать, что это теория. То есть где я конкретно рассказываю, что как вы можете понять, что какого вы возраста. Какого возраста ваши близкие, да? И уверяю вас, что если вам захочется про себя сказать, что, ой, ну вы-то все-таки более зрелая личность, а вот это они такие вот незрелые, поэтому и все проблемы-то у вас от них, да? Как бы уверяю, что примерно одного возраста мы с нашими партнерами. По-другому, ну, как бы не буду углубляться сейчас, да, по-другому бывает очень редко или на короткий период. Вот. И вы можете... А что, задавать мне, повторюсь, Татьяна, любые вопросы, которые вы, ну, как бы, которые вас беспокоят на этот момент, не обязательно по мастер-классу, потому что любые ваши проблемы будут мне говорить о том, какого вы возраста, то есть я не стала уж сегодня, иногда я провожу так, что вначале говорю, скажите свою проблему основную, да, как бы, и тогда я сразу говорю, сколько, ну, как бы, лет человеку, ну, так как еще больше у меня куча времени, то я... Сегодня этого не стала делать, да? Да. Угу. Хорошо. И вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. И одна консультация на любую тему. На ту, которую, ну как на любую, я не работаю с темами, конечно, не на любую. То есть я не работаю там с детской психологией, по темам инженерной психологии, педагогической психологии. Это я как бы не работаю, да, то есть вот основные все-таки мои темы, это, опять же, как исцелить болезнь с любовью, да, мои проекты, как быть счастливой независимо от обстоятельств, потому что я как бы имела до определенного периода, сейчас, мне кажется, я уже отработала и карму, и сама уже научилась, и все тут в куче, да, как бы достаточно такую сложную судьбу, и поэтому... могу сказать, что как бы вот на эти темы, да, как бы, и несмотря на это, или даже, может быть, вопреки этому, даже считаю, что это, ну, вот, говорит о нашем человеческом как раз,
да, что если мы не благодаря обстоятельствам, не благодаря, что все такие вокруг нас лапочки и цыпочки изменились и ходят, они около нас веерком нам помахивают, я счастлива, а как раз вопреки обстоятельствам, да, что, ну, как бы, как, ну, я не сравниваю себя с Буддой, но к этому стремлюсь, да, в него там кидали камнями, он шел по деревне, не признавали его учение, да, а он, как бы, ну да, и шел дальше, да, то есть, как бы, да, что-то происходит, оставляет это в прошлом и двигаемся дальше. Понимаю, что мне необходима консультация, но материальное положение мне это не позволяет. Пробовала обращаться к психотерапевту по месту жительства, у них другой менталитет. Евгения, ну тогда действительно у вас прям сильно тяжелое материальное положение, да, я была как бы в Германии несколько раз и знаю, сколько там психотерапевту как бы и стоит это дорого и прочее, цены несопоставимы с их ценами, скажите. И я в честь дня рождения вот это делаю, да, вот эти акции на этой неделе решила так, умею выбирать. Окей, хочу выбрать так. И смотрите, давайте дальше, что дальше у меня сейчас посмотрим, что там. Знаете, для кого, да, все-таки, кто искал счастье, ну, устал, скажем так, да, кто хочет быть хозяйкой своей жизни, кто хочет прекратить разрушать здоровье, кто хочет управлять своим настроением, кто хочет получать мою обратную связь по своим проблемам в течение 14 дней, кому надоело вариться в своих проблемах, кто не хочет годами, а хочет быстрого решения. Смотрите, как бы я, в каком смысле быстрого, да, не гарантирую, опять же, что это будет, я вообще, ну, не люблю пустых слов, вот, и что это будет, что все проблемы ваши решатся. Но ту проблему, которую вот вы, раз вы сегодня здесь, которую мы разбирали, вот эта проблема с хозяйством, что вы станете, вам с собой станет легче, вам с собой станет приятнее, со своими эмоциями, да, то вы, ну, как бы, однозначно, что быстро, вот в этой теме вы, ну, быстро слетите здесь уже, да. Кто хочет проверенных методов, это правда, могу гарантировать, потому что, ну, тысячи клиентов у меня, сами знаете, кто готов уменьшать разрыв между зрелыми решениями и теми, которые вы сейчас принимаете, да, то есть сейчас из эмоций незрелых, из больного ребенка, раненого ребенка, как бы принимаются решения у большинства из вас, а так как вы не владеете своими эмоциями, да, а вот уменьшать этот разрыв, да, уменьшать разрыв. То есть не говорю, что вы сразу прям станете все зрелые и перезрелые, но уменьшать этот разрыв вполне реально после этого мастер-класса. Угу. А, бесплатно, да, не, а, по страховке, да, понятно, наверное, по страховке так. Спасибо, я что-то, ну, не уточняла, я не обратила внимание. Хорошо. Значит, да, у нас вот нет, кстати, да, такого, чтобы бесплатно. Раньше, ну, когда, до 90-х годов, то есть я работала бесплатно, а после 90-х по-всякому, да, то есть в санатории я оставалась работать бесплатно на ставке, ну и параллельно всегда, потому что на те деньги как бы трудно было тоже жить. Выживать-то можно было, жить было трудно, а хотелось жить. И поэтому, ну, как бы, вот еще все время проводила тренинги, поэтому опыт, конечно, ну, большой, платных и всяких приемов. Окей, значит, что у нас с вами дальше? Что я вам еще важного не сказала? Результат, да. Результат я как бы заявляю, если станет легче с самой собой, это дорогого стоит. Мир, если вы примете, это правда основное, но если вы примете, что вы сейчас... Вот маленькая девочка, и вам там 5-10 лет, это у кого психосоматика, кто-то, может быть, уже в подростковом возрасте, кто признает свою агрессию, ну, как реальные подростки, да, то есть у них же больше агрессии, вот, а кто так и не дорос до агрессии, у нас агрессии, мы все добрые, белые, пушистые, да, мы ее продолжаем прятать и вычеркивать, тогда остаюсь в возрасте 5-10 лет, и если я это принимаю, да, это уже прям вот прямо огромный шаг, что да, это так, я тебя вижу. Но это если вы расстановки проходили, я всегда с этим сравниваю методом, когда там говоришь, как бы, да,
вычеркнутому, или проблеме, да, или системы вычеркнутой. А, кстати, примерно так же, да, что люди вычеркивают из системы отдельных людей, которые им не нравятся, а они из их рода, а они им не нравятся, и они от них отказываются. И тогда оставят заместителя и говорят: да, я тебя вижу, да, я тебя признаю. Этого бывает достаточно, да, чтобы запустить, что энергетика начнет по-другому, что другие начнут скрутиться обстоятельства и так далее. И здесь то же самое. Ну вот тогда вы, я думаю, согласитесь. Мужчина сказал, что я живу головой, что запретила себе чувствовать. Татьяна, ну, женщина без чувств, да, как бы, ну, проблемный. То есть обычно как будто у нас в менталитете в нашем принято, что, ну, мужчина головой — это как бы ладно, да? А женщина все-таки, ну, правда, женщина без эмоций, ну, это сухарь, я не знаю, серая мышка. Ну, правда, как-то вот надо эмоции взращивать все-таки, да? Помогло на время. А, на время. А, ну, смотрите, Мил, какие-то задачки, вот как про любовь к себе, да, Ирина, по-моему, про любовь к себе спрашивала, они на всю жизнь, и это тоже осознавать, да, что если сейчас у вас до этого руки не доходят, но вы это все равно не упускаете из зоны своего внимания. Так, результат. Доступ к своей уверенности, потому что там про уверенность прям вот конкретно-конкретно, и упражнение, и расклад, я там как бы вот, то есть прям вот, начинаете контактировать со своей уверенностью, да, прям уже вот к ней близко и, ну, как бы на шажочек вперед. Там конкретные упражнения на настойчивость. Настойчивость — это признак уверенности, да, но умение отказывать — это признак уверенности, то есть конкретные, как бы, упражнения. Управление своим настроением, да. Уравновешенность и легкость в решении проблем, да. Способ урегулирования своих раздражений и обид, то есть способ совладания, да, как бы с ними, что с ними делать, куда от них бечь, вычеркивать, не вычеркивать. Уменьшение обострения хронических заболеваний как результат всего того, что я вам говорила, да? Еще что есть? Или что нет? А, это для тех, кто, если первыми оплатите, да, завтра до 12 часов дня оплачиваете мастер-класс вот этот, то я вам бонусом просто про гнев мы сегодня говорили, и, ну, как бы говорили, но вскользь, да, мне как-то хочется уж побольше. Гнев как ресурс — это тоже я проводила платный мастер-класс, и его запись есть про то, как, что гнев тоже не так страшен, что наоборот, это куча энергии. Но вспомните, когда вы злая, я, например, точно могу даже окна вымыть, хотя я это делаю редко, вот, там еще что-то, да, то есть в этом энергия, есть в этой эмоции, это вам не обида, есть в этой эмоции энергия, и как ее использовать как свой ресурс, как на это опираться, да, то есть как на это опираться, на свои так называемые негативные эмоции, как одна из них — это гнев. Окей. Ну что, наверное, вот по темам все. Смотрите, вы тогда, если по ссылочкам перешли, то вы видите, ну, и цены, как бы, да, и вы можете там выбрать удобную для вас систему оплаты, и можете... Софья даже захотела. Ага, хорошо. И смотрите, и можете, ну, посмотреть... Как бы вот скажите, можете заказать и быть в числе первых и получить дополнительные бонусы. И вот если вы не, ну, как бы не заказываете, да, просто мне на самом деле важна тоже обратная связь, вот если можно, то почему, чего вам не хватило, как бы, да, чтобы вы заказали? То есть кто, может быть, вы считаете, что у вас именно не получится, да, или что я не смогу вас довести до хозяйствования своими эмоциями, да, вот, то есть, что, в чем здесь загвоздка? Потому что на самом деле, когда я, ну, вот в интернете какие-то курсы покупаю или не покупаю, да, я вот над этими вопросами думаю, что вот вроде хорошо там гладко говорил, там и продажи так прям грамотно у него сделано, не то что у меня, да, но как бы все так красиво, но почему-то и я начинаю разбираться, да, что почему мне у одного хочется взять как бы продукт, да, а у другого нет.
Ну, то есть, если вы мне дадите какую-то обратную связь, было бы интересно. Бонус при, это я уже отдельно им вышлю, при любой, при оплате, там бонусы всем, кто был на вебинаре, как бы, да, то есть неважно, когда оплатят, так-то в течение 3 дней, а можно. А и бонус отдельно вот этот вот мастер-класс при, для первых 5 оплативших. Так, если кто-то хочет со мной поделиться, чего вам не хватило, да, чтобы вы могли... Это я отдельно вышлю, это нет, нигде там не вставлено, поэтому Татьяна как бы спрашивает, что где-то я взяла вообще про бонус. Вот так вот, с неба. Спасибо, Мил. Вот, то есть если есть что сказать, если нет, то будем завершать. Все-таки я что-то прям лишканула с вами, да, 3 часа. Ну, в смысле, и вас держу. Одно дело, что мне хочется, я это... своего состояния как бы с вами, вот, а как бы вы, кстати, вот, когда я брали именно этот, Татьян, мой мастер-класс, как бы на продаж, не буду говорить фамилии спикера, как бы достаточно известная, она брала, как бы, ну, бонусом там к своей программе, да, и когда они сами послушали, ее помощница, они все, это, завопили, как бы, однозначно, что им однозначно надо, да, им однозначно надо. Вот, если у вас есть вопросы по тренингу, по мастер-классу, прошу прощения, по сегодняшней теме вообще, по себе, то можно, сейчас самое время это сделать, и на этом будем расставаться, на самом деле уже поздно, мне завтра, как я Людмиле говорю, я долго не буду, хотя я знаю за собой такой грех, что я, ну, как бы, мне еще, дай время еще буду давать что-то. И говорю, мне завтра рано выступать на радио в нашем городе, поэтому я долго не буду. Ну, вот, задержалась. Хорошо. Ну что, вопросов нет. Всем спасибо. С кем встретимся? Я думаю, что вы не пожалеете, да, то есть я всегда даю, ну, больше, чем обещаю, и как бы, если вы будете выполнять все, что вот в мастер-классе, все упражнения, как бы, да, то это будет однозначно, будет результат, однозначно будет результат, да? И этого будет вам достаточно, вот этого результата, чтобы по-другому действительно относиться к себе, чтобы быть с собой, ну, комфорте в таком, да, пребывать, и по-новому относиться к миру. Ой, не сказала умная про то, что, ну, как бы, как сказать, особенности, что ли, отличия, да, как бы, от других, ну, вот, тем, других спикеров, других программ каких-то, да, что, во-первых, на самом деле, вот, вы не встретите, я думаю, ни у кого вот такой подачи о психологическом возрасте, да, об эмоциональном возрасте нашем с вами. И что у меня одновременно все-таки вот выработана и система, и конкретные упражнения. То есть я не, как это, не любитель вот только упражнений, да, потому что на самом деле они, если нет осознания, вот кто, Софья тогда были, наверное, на коучинговой группе, или Галина вот были на коучинговой группе, да, если нет осознания, и они говорили, что, я говорю, что вам лучше дать, когда там вопрос стоял, как бы, о времени, что давайте сейчас или упражнение, или еще, хотим осознания, да, то есть это первый шаг к изменениям. Упражнения, они нас не меняют, если нет осознания. Это как говорит Мила, что был временный эффект. Вот, то есть все-таки система и упражнения, то есть они системно должны быть, эти упражнения, не, ну, как бы, не в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Ну, все. Как бы я завершаю. Всем до свидания. Пока-пока. Так, сейчас я закрываю. Они сначала...